Так, здесь все хорошо, все хорошо. Не видно, что принял. Я принял. Не показывает, я видел сам, что принял. Но тебя еще нету в группе. Интересно. Прикол. Так, ну-ка. Музыка есть нормально. Так, всем добрый день, добро пожаловать на стримчик. Мы пока с медведем, но Тимур обещал к нам присоединиться. Миша, поздоровайся всем. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые. Хорошего и приятного просмотра. Так, сейчас. Миша, не знаю, я... Вот еще раз приглашение прислал-то мне. Теперь второй раз не берется. Что за прикол? Нажимаем Юпсилон. Немецкий жик же. Вот. Нет, я нажимаю кнопку, теперь я не могу взять. Я до этого только что принимал. Добро пожаловать. Вот так. Сейчас показывать что-нибудь? Да, сейчас присоединился. Так я зашел быстренько через меню. Так, у тебя вон корона одета. Мы у тебя звук вырубаем, чтобы он мне не двоилось, не троилось. Ого! Так, Need for Speed Хитяра. Так, стримчик ты врубишь, нет? Я ссылочку в чат заброшу. Так, быстренько пока. Чё кнопочку жму, ничего не происходит. А кто ABS-то запускать будет? А ОБС само не включается. ОБ. А чё это твоего канала нету здесь в списке? Вроде же. А, вот он. Так далеко. Почему-то непонятно. Так, а я просто возьму, знаешь, что сделаю? Вот так вот главную ссылку на твой канал. Копируем. И ставим ее в закреп. Здорово! Так, ссылочку в закреп. Как меня слышно, Тимур? С телефона или... Здорово! Вроде слышно, надо так, мне потише орать. Надо попробовать вот так, может быть. Может, не обязательно орать. Надо мне потише орать. Сейчас посмотрим, поговорим. Будь здоров! Через час подкачу, отлично, так. Давай не через час, а через 30 минут. 30 вот минут, прям да. Уже в игре был. Да, у нас получается так, что? Ты что делаешь? Я? Да я не тебе. А, фу ты. Я? Морда полосатая. А, полосатый рейс. Так. Ты хвост убери. Ща он тебе, блин, хвостом ABS включит, да? Да все, я запустил. Мой ушел к соседям. Так. У меня мало того, что картинка соответствует стриму, так еще и машина в стриме готова. Такая же. Круто. Такс. Инклюзив, так сказать. Сейчас, подожди, я пока еще твой стрим не вижу. Пока еще не показывают. Еще не начал. Я уже запустился. Ну, я обновляю страничку, пока еще нет. Еще раз обновим YouTube. А, во! А, у тебя прям как на привыхе такой уж так ты сделал сейчас? Да. А ну-ка. Да. Чуть-чуть в Дискорде меня громче сделай у себя. Чуть-чуть прям. Так, я сейчас проверяю звук. В Дискорде меня громче сделай у себя. Чуть-чуть прям. И я чуть-чуть громче сделаю. Так, Миша. Здесь вот я еще добавлю тебя. Ну и в принципе, погнали. Да, как получится. Спасибо большое всем, кто зайдет. У кого найдется лишняя минутка, а то и 10-15. У меня сегодня такой субботнишний. Завтра, в принципе, что у нас? А, завтра я работаю. Ну, после работы, может быть, еще пару часиков. Вечером завтра точно, да? То есть, воскресный наш Need for Speed, как бы, уже чуть не традиция, да? Да. Вечером, то обязательно. Так.
днем, не знаю еще. Как колесики на нее поставлю, которые как... Давай. На этой, как ее, на аватарке стоят. Вау, ну классно, Вали, классно. Диски прям еще видно, эти суппорта прям вот здесь, что у тебя. Вау. Тачка у него вообще прям лайкос. Вот у меня, кстати, вот надо, я не знаю. Что, у тебя Evolution ты взял, да, сейчас-то? Да, 8-й. Ну, EV10, в принципе. Не, какой, 10-ка, это же 8-й, говоришь. Ну, в магазине Mitsubishi Lancer 0.8. Так это Lancer EV10. Ну-ка, покажи, я сейчас пока не вижу. Сейчас что-то... Сейчас ты колеса выберешь пока. По передку это. Да, это десятка. У меня такие есть. Их там у меня их несколько. Я могу тоже такую взять, можно одинаково сегодня ездить. Без проблем. А кто это здесь у тебя стоит? Тилка 5. Ну и музыка его у меня проигрывается. А, окей. Так, лайкос прожал. Звук. Так, картинка маленькая, не видно. Все, сейчас идет вроде нормально. Елочку-то у меня крутилась на Рождество. Вот она притормаживала, представляешь? Я даже никогда бы не ожидал. Но так оно и есть. Так, ну просто я сейчас буду, тогда будет у нас неравномерно на таком Ягуаре. Или у тебя 400 плюс Mitsubishi уже? Нет, денег нет. А сколько у тебя она? Потому что у меня таких несколько есть, да, я сейчас могу тоже такую взять, можно одинаково, говорю, ездить, тогда, ну, смотри, как хочешь. Почему нет, мне без разницы. То есть у меня есть такая зеленая, там 186 пунктов, потом она есть 132 пункта, выглядит просто тоже прикольно. Сколько у тебя мощность там, я сейчас не вижу пока. Чтобы более-менее под одинаково подогреть. Что она у меня, видишь, делюксовая была. У меня есть в 340, типа, мощности. Сколько у нее получается данных там? 728 лошадей. Блин, что я сделал? Давай возьму тоже Mitsubishi, вообще без проблем. Конечно, сейчас вкусы меняются, я не знаю, у меня... Некоторые, конечно же, вот с делюксовой версией, что оптику-то нельзя тебе менять, да? То есть, как она была там, так останется. Это так себе опция. Так-с. Блин, сегодня убирались, тут порядок наводили. Пыль. Откуда эта пыль берется? Везде. Пыль с улицы? Да везде. Ну, тут еще все кошки, дети. Пыли хватает. Да-да-да, Тимур. Чё? Так. Можно мотор поменять. Блин, у меня мотор-то сейчас, сколько там, 700. Четыре литра, 3,8, 4. Я поставил предпоследний. Сколько это? 3,8, который? Да. Флэт 6? Да. Фоном, Ку, Джаз, привет, спасибо большое. Потому что последний по параметрам выдает 305, а этот 307. Вот я его и поставил. Да, но у тебя там, смотри, у тебя лошадей сколько у тебя реально, то есть... У меня чуть больше, но даже дело не в этом. У меня сейчас этот Mitsubishi на 340 уже. Почему? Это у меня еще не на всю мощь. У меня мотор сейчас стоит 3.8 V6, 562 лошади. Я его, скорее всего, покупал отдельно, этот мотор. Потом это 2 литра, 4 литра. Ты практически как на картинке. Может 4 литра V8 поставить? Привет, Джаст. Посмотри,
Я по твоим параметрам настроил. То, что ты это ABS показывал настройки, я по твоим настройкам сделал, и вот сегодня первый стрим. Ну. Там никаких. Ну ты ключ. Ты ключ на YouTube менял? Я же тогда говорил. Я до сих пор 60 кадров не показывает еще, Миш. Нет, ключ не менял. Ну я вижу. Потому что Тимур тогда мы поменяли, он сидит теперь кайфует. Даже Джаст мне тоже так подсказал, я поменял все. Так, ну-ка, у тебя 327, а сколько у тебя мотор-то? Нажми просмотр машины. Юпсилон, нажми, Юпсилон, кнопку. Просмотр машин. Ну, у тебя вон там написано А, Б, Юпсилон. Нет, не то. Звук движка, нет. Надо там, где параметры мотора, лошадей сколько стоит там. Покинуть гараж. Меню нажми. Что там еще есть кнопка? Кнопка меню, он перед картой. Вот, нажал. Сейчас появится. А, во. Движок. Во, вот, стоп. У тебя сейчас 599 кобыл, да? Че, 3,8, да? Да. Флэт 6. Просто давай тогда, ну, чтобы одинаковый прям движок был. Вообще будет прикольно. Так, вот смотри, 3,8, да? А у меня сейчас стоит мотор какой? Подожди. У меня сейчас стоит 3,8, а у меня V6. V6 у меня еще нет, покупать надо. Сколько у тебя сейчас, да, в данный момент? То есть это сейчас не твой. Не, он у тебя уже использованный, да? Ну, у меня 300, да. У меня сейчас стоит 340, у тебя 327. Ну, рядом. Просто у меня 3,8. У меня именно моторы. У нас чуть-чуть мотор разный. У меня именно V6. У него 562 лошади. В стоковом режиме, да? А сейчас я поставил на него тюнинг, стоит 728. Ну, я не знаю. Все равно обгоню. Ну, я понимаю. Я думал, просто может быть какой-нибудь одинаковый мотор оба поставить, и потом... Вот 4 литра есть еще V8. Или все-таки на 6 цилиндровых остаться? Ну, давай... А. Давай на этих. Вот, я могу взять такой же мотор, как у себя, один в один. Просто, чтобы тогда вообще прикольно было. Опа, здрасте. Здрасте. Посетки норм замутили. Да. Здравствуй, Чарльз. Так, да, посеточки. Так. Иваныч, 161. Здравствуй. Хороший, приятный. Иваныч у тебя? О, привет. Это у тебя. Блин, я у тебя в чате, ты у меня в чате. Офигеть. Иваныч, здорово. Добро пожаловать. Да, у нас тут пару часиков нашлось. Да, я понял, Алексей. Так. Чайзер только у тебя. Чайзер, да. Так, что, давай тогда. У тебя там стоит 3,8, флэт 6, да? Да. Тогда я такой же мотор могу купить, чтобы у нас реально прям и мотор одинаковый был. Да, и теперь она мне чуть послабже. Теперь у тебя по запчастям давай одинаково поставить все. Мне только не трогай. Больше ничего нету? Не, вот, допустим... Из раздела двигателей только не трука. А, я самый первый вот зашел, как, не знаю, как по-русски называется, перед компьютером, которая, да? Крутящая вот эта... Курбан Вэлли, как он, Коленвал, или как он там называется? Привет, Иваныч. Теперь Иваныч у меня. Ну, Иваныч, здорово. Ну, у меня получается движок... Коленвал Про... Эбу, охлаждение, выхлоп, турбина. Где у тебя, на элите? Элита или ультиматив? Нет. Получается, коленвал. Да. Эбу. Подожди, я сейчас. Подожди, я сейчас твой стрим открою. Во. Все, теперь я буду на твоем стриме смотреть. Показываю. Это я, Леха. Леха, здорово. Так, еще раз, движок, выхлоп, Pro Plus. А, у тебя этот? Pro Plus. Вот Серегу я уже давно не слышу.
Ну, а что-то добавился опять в Steam, друзья? У тебя все? Ну, пропал. В принципе, у нас почти все одинаково, но чуть-чуть. Так, коленвал. На абсолют баллон у меня бесплатный. Это эти, которые один баллон на 15 литров сразу. Ну, я хотел коленвал именно добавить по мощности, знаешь. Но тогда у меня будет 337 аж. Он у меня просто уже есть. Два штуки. Мне его даже покупать не надо. Так, компьютер. Мне тоже такие. У тебя компьютер есть? Да, вот этот вот, второе. У меня коленвалы есть. Вот, бери его. Да, вот второй. Во, вот это, да. Нет, за 28. Да, вот этот. Бери его тоже. Тогда у нас будет наравне будем почти идти. Так, компьютер ультиматив. Тоже предпоследний у меня есть. А, эго. За какую цену там он тебе? 28 500. Предпоследний. У тебя он тоже есть, я вижу. Да-да-да, есть. Бери его тоже. А у тебя пока... Значит, что-то у тебя другое. Видишь, у тебя сейчас 356 уже, а у меня 347. Так, охлаждение третье. У тебя какое стоит охлаждение? Пока никакого. А, ну тогда этот, ультиматив тоже, предпоследнее. У меня 6 раз оно есть. У тебя тоже. Ну вот, последнее, предпоследнее бери. 28 500 также. Чтобы чисто прям по запчастям оно было более-менее, да? Выхлоп, то же самое, 28 500. Кто в наличии? Ну, Алёх. Купить можешь? Нет, денег нет. У тебя даже на это денег нет? Блин, а то... У тебя всего 12 тысяч. Ну ты же можешь продать там какую-нибудь запчасть. Те же запчасти, которые по 4-5 одинаковых, продать же можно. Заработаешь. Так, выхлоп я, ладно, я поставлю. У тебя запчасти, которые там в 6 раз стоят одинаковые, можно же их скинуть же их. Так, турбина или компрессор, что у тебя будет? Миша? Ну, нагнетатель труса есть, рутса есть в наличии, абсолютный. Предпоследнее, ну-ка я сейчас посмотрю, у меня он есть. Что это у нас, за 62 тысячи? Да. А давай последний сразу. Последний у тебя же тоже галочка стоит. Да, 6 штук есть. Ну давай тогда последний ставь что-то. Последний вон. Да, вот этот вот, центробежный. Ставь его, да и все. У меня тоже их 4. Ты можешь, если у тебя дубликаты, можешь их продавать и бабки зарабатывать. В курсе, да? Да. Так. Нитро. Вот у меня уже 373. У тебя сейчас тоже 373. Да. Так, чё, блин, тут надо покупать будет нитруху. Но у меня есть 4 баллона по 1,4 килограмма у меня есть. Элита. 25 500. Тут Лёха спрашивает... Как насчет потом в GTA онлайн залететь? Можешь залететь, но у меня пока на компьютере нет уже. GTA онлайн это, наверное, пятая, да? Ну да, пятая GTA. Не, у меня. Но пока у меня такого пока в наличии нет. Пока не планируется. У кого есть? Вперед. Надо у Тимура спрашивать, и у Влада. Может, у них есть. Так, ну, в принципе, можно выезжать. Поставил этот самый центральный... нитро у тебя есть же? Да-да-да, поставил. У тебя какая нитро? Тоже последняя? Абсолют. Как, короче, я поставлю то, что есть, я покупать не буду отдельно. 373, о, у тебя и у меня 373. Тормозная система, в принципе, пофигу, она на скорость-то не влияет, да? Ну да. Что еще у нас тут есть? Резина, кстати, какая у тебя резина стоит? Алло? Элита. Шина для трассы. Сейчас, подожди. За 10 тысяч. Элита, шина для трассы, это... А, вот это, наверное. Предпоследняя. Тогда будет... Спидкросс. Кстати, не волнуйся.
Ну, чтобы всех одинаково было. Да, во. Все одинаково хочу, чтобы... Почти. Сцепление... Сцепление тоже элита стоит? Или элита плюс? Сцепление элита плюс. Окей, есть. Трансмиссия просто элита. А у меня что-то 381 теперь получилось. Да ничего страшного. Ну да, все равно я пятый буду. Окей. Такс. Окей. Все, в принципе. Ну тогда более-менее машина, чтобы ну не сильно различалась. Тоже будет интересно. Ну и гонки, я не знаю. Что теперь? Тебе надо подзаработать чуть-чуть. В день пока пойдем. Покатаемся. Там в день же этим можно тоже получать, чтобы полицию долбить, да? Ну да. И там говорили в последний раз. Давай прокатимся пока чуть-чуть там. Сейчас я зайду в гараж, то эту блокировку в редукторе показать. Такс, ну что? Ласточка. Блин, давно на ней ездил. Да, в Дискорде. О, заехал какой-то в подворотне, скутер стоит. Монстр. В гараже, который наверху появился. Ну, возле гоночной трассы, да, это как обычно. А в каком ты гараже? А, вижу. Ну, вот рядом прям. Фига себе, и этот... Машина уже обклеена, и все равно зеленый дым. Это не зеленый дым. Че это? Мятный. Мята. Вон еще там чувак подъехал на PlayStation. О, блин. Как она буксует, а? Вот я даже стопаки поменены. Ну, все поменено. Там у меня все стоит в варлок. Вот диски вот эти прикольные, да. Диски. Так. Ты можешь ссылку на Discord скинуть? Да. Конечно. Секундочку. Кому скинуть? Куда скинуть? Лёх, перейди на драйвер лайв. Ну вон, ну. У меня же ключ привет, есть, да. На. А, ключ есть? Скинем. Ну да, здесь ты мне ключ дала, спасибо. Есть, говорит, ключ от квартиры, где деньги лежат. Дала, спасибо. Такс. Там голосовой НФС. Ты там на карте что, ищи, куда едем. Собрал фламинго все? Фламинго? Я, кстати, я на карте нашел сейчас, у меня там есть, стоит новенькая какая-то. Последний раз я ездил в том углу, последний раз я ездил, как бы я ел. Давай по твоим. Ну я поеду туда наверх тогда. Хорошо. Зашел. В голосовой НФС. Блин, я уже на нее отвык ездить, если честно. Но все равно на ней долго не надо учиться ездить. Я пока это. Че? Рулевое настраиваю. Ну понятное дело. Я вон уже в кусты пошел. А, ты же джойстиком же еще, да? Да. Точно.
Ой-ой-ой. Да это Алексей был, который в последний раз с нами играл или что? Нет. Это Алексей с нами еще не играл. Окей, это твой знакомый? Да. Так, подожди. Вот здесь она, да, вот этот у меня еще нету. Еее. Так, значит, где-то у меня в этом районе еще одна осталась. У тебя есть-то? Да. Окей, так. У меня здесь нет ничего. Ничего не вижу. Или я такой слепой? Не вижу. Еще где-то должна быть. У меня этих поворачивать много. Дрифт гонок очень много еще открытых, да? Ну да. Блин, вчера на спорте был, прям этот, сегодня утром. Думал, конечно, будет хуже, но нормально. Все равно местами так, что-то там, где-то, что-то там. Мышцы опять вспомнил, где есть. Полгода не занимался. Так, здесь рекламные знаки. Где еще фламинго? Халю. А, во. Я пытался проходить районами. Брал один район полностью, и в этом районе полностью все чистил. Ну, я тоже так делал. У меня вот здесь, где мы находимся, вот возле гоночной трассы, в принципе, все уже, как бы галочки, вот пару рекламных этих осталось. Но когда карту открываешь, раздел трофеи... А я теперь, да, так и делаю, по трофеям этим я захожу, чтобы не все сразу показывал, а только по чуть-чуть, да? Там же можно... Этот район тебя ровно 100%? Не, вот мне одной не хватает, одной этой не хватает, как она называется? Одной фламинго нет, почему-то я на карте ее не вижу. На пляже подбирал? В углу карты? Есть, есть. Справа, да, на пляже? Справа, внизу. Сейчас на подожди. Пляже у тебя два фламинго. Подожди, раз. Два, есть. Здесь есть. Правая часть, все есть. На у острове. В середине. Фламинго. На острове. Слева на острове. Есть. А вот на запад туда. Может там где-то на западе вот. Прямо перед тобой. А, вот у меня есть. Фламинго. Прямо перед тобой фламинго. Есть? Подожди. Где я сейчас нахожусь? Где ты сейчас находишься? Прямо перед тобой. Прямо чуть-чуть. Типа там повернуть направо один раз. Есть, да. Есть. А в самом низу? Самый низ? Нету, получается. Ладно, сейчас. Погоди. Есть, там тоже есть. Где-то у меня одна не есть. Не хватает еще здесь одной. Здесь 6 фламинго на карте. А почему я не вижу тебя? Да? Тебя... Зуман, что я ронг? Сейчас я этот зум убрал. Зум-зум. А, вот, у меня на западе, вот, и она еще этот. Но это уже другой район, блин. Там в сторону... Роквилл. Ну, я здесь вот, Эден Шорс. Вот здесь у меня стояло 5 из 6, как я понял. Да нет у тебя там фламинго, ё-моё. Врёшь, поехали. Ну я не вижу. Почему? За мной едь. Подожди. На пляж уезжай. Я сейчас твою карту посмотрю, уезжай на пляж. На пляж? На пляж. Подожди. Ну там у меня она есть уже, галочка. Уезжай на пляж. Она уже... Да, вот это у меня есть, где ты сейчас стоишь. Выезжай, выезжай. Чё, их там две, что ли? Я же сказал, на пляже две. Следуй за мной. А на карте у меня галочка стоит по ней. Ой, зонтики. Ой-ой-ой. Извиняюсь, сорян. Что лучше, хит или анбаунд? Спрашивает. Вопрос хороший.
по мне пока все идеально. Да. Есть любители Unbound, есть хит любят. Где ты хочешь? Да ладно. А чё? Русским языком спросил. На пляже две. Ну так а там еще ниже вот. Пляж. Вот, теперь есть. Спасибо. Так я гона на 95%. Значит, у меня еще Гринегель. 95%. Значит, что-то еще в этом районе, что мне еще осталось? А, этот рекламный знак. Выше. Подожди, поехали-ка наверх. Ой. Ну, Лех, по сравнению с хитом, One Bound, ну, даже вот, получается, хит, Forza 4.5, недавно, ну, конечно, не вчерашнее желание поиграть в тест-драйв Solar Colona, которым мне предоставляли доступ. Я бы тупо весь день прождал, так на серверы не попал. Офигеть. Серверов мало. Ну здесь как там бы насчет этого проблем меньше, мне кажется. Там в управлении. Надо привыкать к управлению. На Форзе? Нет, в Unbound. А, да. Ну здесь как-то прям, я не знаю, для меня было чересчур прям изи, прям раз-раз, но я долго не привыкал, если честно, к этому управлению автомобиля, да? Здесь влево-вправо на кнопочку машина как бы слушается. Там маленько изменено управление. Как бы поворачиваешь, но машина маленько не поворачивается. Либо поворачивается чересчур. Не рано вверх подняться, знаешь, там сверху рекламная эта тема. Как заехать на нее? Ну вот здесь. Повернуть. И мне по карте ничего. Вижу. Ты где? А, вон. Еду за тобой, еду. А, здесь можно подняться. Я думаю, знаешь, есть свои любители хита, есть свои анбаунда. У нас так судьба такая, что ли. Совпала совершенно случайно, так если. Есть. У тебя это было уже? А на пирсе ты брал здесь эту фламинго? Где именно? На пирсе. Нету. Нет. Вот по пирсу я еду, здесь фламинго. Не. Наверное, нет. Сейчас, подожди. Чё бы я там просто так, думаешь, катался бы? Ну да, и экономика в Unbound маленько другая. Тут ты как бы играешь, что днем, что ночью накапленные деньги тебе приходят. То в карьере, что в онлайне. В Unbound тебе одна карьера для ночи, для... Чё тебе летел? И одна карьера для онлайна. Да. В Unbound, по-моему, экономика убита, если не поправили. Ну, да, я понял. Но дело в том, что, видишь, я по Unbound сильно сказать не могу. Миша играл, я помню, покупал эту тему. У нас Базука играл. Кто? Тимурыч играл. Я к ней так не... прошел даже. Да я посмотрел наших пацанов. По мне это просто добавили чуть краски, тот же самый хит, краску какую-то там добавили, этот мультяшную, типа новую игру сделали. Но по факту это... Ну и уровни чуть побольше. Уровни чуть побольше, но по факту смысл-то, ну как бы, да? Я имею в виду, ничего особенно такого не изобрели, то есть это не совсем другая игра, это тот же самый хит, только чуть докрашенный, там где-то чего-то добавили или убавили. Может быть, там какой-то, может, по сюжету, не знаю. Вот здесь у меня сюжет, допустим, разочаровал прямо слово совсем, потому что его как таковой не встретишь здесь, непонятно, да? Так, у нас еще есть вот здесь вот у меня рекламный знак. Поехали за ним тогда. Так, а... Налево. Посмотри сейчас. Фламинго под мостом убил? Блин, где ты их находишься, Миша? Вот объясни мне. Сколько ты собрал, ты все зачистил уже? Ну, я этот район зачистил, говорю же. Подожди.
Где? Здесь где-то? Должна была появиться у тебя. Вот, вот, вот передо мной где-то. Не вижу ничего. Значит, она сверху. Я ничего не вижу. Не, Митсубиши, да, такие, вау-вау. А, блин, и я-то даже. Здесь справа. Нету ничего, значит, у меня. Значит, ты взял, галочка же здесь стоит у тебя? Не, ничего нету. Как ничего нету? Ну ничего нету, я тебе говорю. Не веришь, что ли? У меня здесь на карте ничего нет. У меня здесь фламинго был. А, вот, теперь, да, теперь вижу. Я стоял на этой точке, все, да, вижу. Был когда-то, всплыл, я его давно уже взял. Ладно, поехали. Мне надо прямо, там рекламный знак один есть. Тогда у меня здесь вот, чуть сейчас, да, вот сюда. Да, 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 да. Почти туда. А, блин, яхты! И вода. Мне надо, сейчас, подожди, перебраться туда, в другую степь. Сейчас увидишь. Ты уже там уже почти находишься рядом. Я сейчас обеду пока. Мне нельзя туда ехать, где ты едешь. Ты же я опять в воду заеду. Я по суше проезжаю. Да. Вот, я тебе. Я по мосту здесь, да. Йоу-йоу. Я стою, фламинго взял, да? Там, где ты стоишь. Подожди. Да. Сейчас я на карте посмотрю. Я вот, где ты стоишь, не вижу, чтобы там показывало фламинго. Меня не показывает. А тут есть фламинго. Ну тогда стой на месте, сейчас я рекламный знак собью. Тогда будешь как GPS-трекер. Вот. Здравствуй, Чоппер. Хорошего, приятного просмотра. Чоппер? Чоппер, у тебя Чоппер. Так, где трамплин? Вот рекламный знак я вижу. Где трамплин? А, вон, с той стороны горка. Вот это удар был. 100% Bayview Park. 2500 и... Еще что-то там рэп был. Рэп. Рэпи. Такс. Блин, 3 часа. Только начали здесь заседание, да? Быстро время пролетает, если честно, прям. Хорошая компания всегда быстренько. Раз, два, три. Блин, тачку не увидел. Вот это удар был. Вот с чего все начиналось? Я начинал на Митсубиши, можно сказать, и сейчас такая ностальгия, блин, и воду. Так, Миша, как бы мне к тебе добраться? Тут везде вода. Не везде. Значит, я слепошара. Ну вот ты я. Ты не туда едешь? Как не туда? Вот же ты стоишь. Ну ты на трамплин сначала прыгал. Ну да. А, вот, нифига себе. Вот откуда ты знал, что... Я когда ехал, ее не было там как таковой. Ну, на карте... Ты здесь не проезжаешь. На карте так вот ее не стояло, а потом она стоять начала. Потом... Ты это место не проезжаешь никак, поэтому ты и не видишь эти... Пипец, блин. Так, ну здесь у меня уже неплохо выглядит, слушай. Так, теперь у меня Downtown Palm City, есть два рекламных знака еще. Ну, все равно уже много чего закрыл. У меня фламинго есть там, на западе есть, в центре у меня есть пару красок. И внизу в самом рекламный знак есть еще. Че, давай на гонку какую-нибудь пригласи, да прокатимся. Такую гонку на 300 пунктов возьми, чтобы нам более-менее было комфортно. Блин, ну диски тебе идут, кстати, эта тачка. Надо мне тоже бы диски, наверное, поменять здесь. Чоппер, добавляйся в друзья. В Оригине добавляйся в друзья. Можем прямо сейчас... Всем привет, строфами надо в команду. Да, вот, ты мне, мне кажется, ты и писал, да. В команду 50 уровня, без проблем. Заходи, соответственно... Название, а, надо, да, знаешь, что нам, название этого аккаунта этого, да? Ой, что, я игру выключил, что ли? Надеюсь, что нет. Как это сделать-то, блин? Это объясните мне. Origin.
Вот здесь, подожди, нам надо в меню. У нас... Я твой ник на имя напишу. 50 уровень уже у нас давно, да? Тюна, да. Ой, здесь я никогда еще толком не лазил. Вот, дневные. Две дневные гонки какие-то. Это я еще это не ездил толком вообще. Да я уже это, стою возле гонки. Да, я жду тебя. Вот я отправил твой никнейм человеку. Да, заходи, чтобы потом соединиться можно было. Отправил. Вот, все, принял. Даже Чоппер, сейчас смотри, у нас начнется гонка. О, вот зашел Панишер. Микрофон там выключите, а? Ну, у него, он зашел в NFS, потому что у него не наушники были одеты, тогда двоилось. Я понял. Вот смотри, у нас сейчас с Олегом начинается гонка. Там наши никнеймы. И наши никнеймы будут с левой стороны вверху. Ты можешь и драйвера никнейм переписать, в Альгине добавить, и мой переписать и также добавить в Альгине. Да, там зайди, вот вон, они. Слева, да, кстати, есть. Я вот так друзья и добавляю в основном. Там добавляйся, потом мы создаем, когда, как на сессию создаем, позвали и вперед. А для 50 уровня дойти это вообще, да? Что тут сложного-то? Изи. Танк возьму, дойдем. Твой, блин, последний раз какой-то пикап брал с этим, со спойлером. Класс вообще. Я говорю, я его танком называю. А ты сейчас какую гонку взял? На сколько мощности? На 400 плюс или нет? 300. 300, окей. Гонка черного рынка 300. Не люблю с одним баллоном катать. Не, с одним вообще никак. Он долго заполняется, блин, долго заряжается. Это тоже. Мне нравятся эти моменты, а. Фига. Сохраню название команды, вступлю завтра. Завтра вечером у нас будет по-любому здесь соревнование неплохое. Завтра вечером обязательно присоединяйся, будет быстро. Че это чувак едет, его еле догнал. На тебе. Все, я его столкнул. Миша, давай обгоняй. Я его потом ударил, думаю, ты успеешь. Управление надо еще подшумать. А я диски, наверное, здесь поменяю потом. У меня 3,5... То ли сильно завысил, то ли сильно занизил. Машина? Маленькая. Да, что-то передние колеса не доворачивают. Может, реально у меня... Иногда сильное занижение как бы тоже в минус, да? Да. Не всегда хорошо. Я вот последние разы делал, спереди чуть-чуть занижал, а сзади оставлял оригинал. Большую разницу не делал, чтобы как лягушка не прыгала. А, блин, поворот. Я чуть в воду не ушел. А, ну это у вас это... Болезнь. Да-да-да, с юмором. Синдром водолаза называется. Да. Ну вот сейчас хотя бы еще, знаешь, здесь такого обрыва не было, а то бы я реально ушел бы еще перед финишем. Тут осталось 3% на финише. У меня сейчас час ночи, так что насчет завтра, не знаю, может быть, залечу к вам. Час ночи, ты где проживаешь, в Америке? Окей. Панишер, это сейчас в Дискорде у нас это, он есть или нет? Чоппер, Панишер? Не знаю. У нас сейчас в Дискорде сидит Панишер, вот. Микрофон выключил. Это, возможно, Лёха. Лёха, который вот этот вот, Чарльз Чейзер, этот. Возможно. Да, по-моему, его. Без проблем. Буду знать. Ай! Чё, ещё будет, сдавай гонку?
Он для разогреваться? Сейчас, погоди, я с Сахалина. О, так у тебя японское время, да? Миша у нас сибиряк. Получается, у тебя еще дальше времени больше. Сейчас часовой пояс, он как Япония, даже чуть дальше. Сахалин. Давай еще раз. Че? Давай еще раз это. Да давай, вообще без проблем. Просто что мы вдвоем здесь почему-то? Ты брал только двоих приглашал или на да, всех? Да, на двоих. А? Ну, чтоб чопперу удобнее было никнеймы подобрать. Понял. В принципе, если добавишься в друзья и будет у тебя время погонять, я могу с тобой вдвоем погонять, чоппер. Я сейчас на больничном, у меня уйма свободного времени. На разгон, когда в повороте резко сбросишь скорость, на разгон, конечно, да? Уже привыкли, когда 400 плюс. Ну да. Это в гараже надо перенастраивать его. Здесь маленько не то. Чекпоинт! Оооо, фига себе. Кто-то меня развернуло. Так всегда. Все, закиши азот. Последний круг. Да. По прямой, кстати, 330 на такой тачке, это уже бодро. Ай-яй-яй, я ушел в кусты. Прям жестко. Я соперника в здание отправил. Правильно, правильно. А, этого Несса, да, я до этого, первый, до этого круга был, я тоже сталкивал. Есть такое. Рекламный знак. Минус мусорка, минус пальму. Блин, пятый до сих пор еще. Я пару раз хорошо улетел. Это прям за него много времени. На раскачку. Ну давай хотя бы до третьего места дошкребем. Мне третье место вполне устроит. Зараза. Да, получено предельное количество снимков. Надо почистить папочку. А, уже набрал этот. Ну я тоже там... Каждую игру, блин, а у меня там много уже. Надо их оттуда вытащить с папки будет, да? Да. Я каждый раз в Стиме тоже щелк-щелк-щелк-щелк с этими играми. Не, ну в Стиме-то бесконечная. А, у тебя еще отдельно или еще? У меня же игра на самом Ориджине, а не в Стиме. Точно. Ща я тоже Эвик возьму. О, пришел! Пришел, пришел, чувствуешь? Да, надо в гараж ехать. Че, покрышки у меня от зимних на летние? Ну, погоду переходить, Тимура добавлять. А, точно. Хотя, возможно, если сессия пустая, то... Да, сейчас народу, я думаю, много нет, во-первых. Во-вторых, давай, я еду. А рядом с гонкой гараж. 15 минут еще, ё-моё. Сейчас тогда давай, я сейчас поеду в гараж, и колеса хотя бы поменяю там, посмотри. Хотя не, мне даже не в гараж надо, мне надо... Тюнинг ателье. Колеса купить другие. Так, где там эти ключи были, да, такие нарисованные?
Я так редко это делаю, что, блин, потом ищешь. Все, вот. Ключи. Вот. Тюнинг-шоп. Окей. Сейчас. Я тогда этот пойду. Что у тебя за колеса? Да мне не нравятся какие-то они, это, диски. Ну, не то. Были они там вроде... Какие-то... Что такое? Я хотел зайти колеса купить. А почему... Э? Что, мне в гараж надо идти, что ли? Доброе утро. А, дисочки. Ну, мне дисочки... Да, диски именно. Что-то, не знаю, мне что-то не то. Ну, это... Так, зайдем. Ну вот, диски у меня такие, они широкие, в принципе. Что-то они мне не очень нравятся. Студия. А, смотри, мне нельзя ничего здесь делать. Именно на этой тачке. Ну, так оно у тебя подарочное. Наверное. Ну, тогда сделаем что? У меня же там еще есть такая же неподарочная. Я ее также сейчас тюнингом нашпихую. Вот у меня еще есть зеленая такая. 132 подарочная. Да ё-моё, а ничего, всем мне так нельзя, что ли, делать? Блин! Ай-яй-яй. А я что-то и забыл. Короче, я радостный такой. Сейчас поменяю диски. Поменял тут хрена лысого. Так, BMW. BMW я сейчас не хочу. Останемся мы на японской, да, теме? Да. Чем мне теперь ради этого Evolution покупать? Тоже неохота. Подожди. На Ноксе я пойду сейчас в этот. Что-то у меня какие-то, блин. Пыль какая-то. Так, выйдем отсюда. Сейчас я посмотрю, есть отдельно там, нет, но отдельно я бы покупал бы 8 какой-нибудь Evolution, 9, а их, наверное, нет здесь, да? Там 9 Evic есть. Так, с карта. Так, покупать тачки вот здесь надо. Заходим. Пыль этот просто какой-то нонсенс. Все, вытираешь каждый день. Потом все равно эта хрень здесь. Заходим. Почему-то я вообще сейчас был на Ford GT. Так, Mitsubishi. Mazda, Subaru. Mitsubishi Evolution 10. У меня и такая, и такая. Ну да, подарочные есть. А что мне подарочные эти? Субарик, кошмарик. Ford Focus RS. Ух ты. Mercedes AMG. Чё себе, давно здесь не заходил, слушай. Вот, есть! Evolution 9. Ну да. Я её куплю. Ты не против, что я буду на девятке, то на десятке? Блин. Вот это моя любовь, а. Так. Всё, берём её. Я сейчас её сделаю так же тюнинг примерно, вот как у тебя... Просто я именно потом поставлю на нее запчасти, которые я хочу. Ну, в стоке, конечно, она ни хрена не едет. Хотя в реальной жизни она едет, да? В стоке здесь прям это боль. Обалдеть. Покупай отдельно. Я купил все, Evolution 9. Сбылась мечта, как говорится. Теперь какого цвета ее сделать? Такого, знаешь, вот в этом, эта тачка была в фильме же «Форсаж». Восьмерка была там. Так, мотор. 2 литра 366 кобыл, мотор 4 литра V8, а у тебя 3.8, да, вот этот вот, флат. А ее здесь почему-то, а вот, есть V6 и V8 есть, 3.8. У тебя V6 или 8?
Есть двухлитровый, у которого дохрена PS. Но я думаю, все-таки лучше взять на наш... Я предпоследний брал. Вот там у меня здесь предпоследний стоит почему-то. А, ну на этой, может, на этой машине по-разному, да? В зависимости... Да. А, вот, есть у меня какой-то мотор 3.8. Чпокс. В принципе, тут уже настройки прикольные. Так, коленвал элита. Компьютер. Туда. Охлаждение. Охлаждение тоже. Полное. Сколько у тебя сейчас там мощности? 370? 380? 370. 373 как оставалось. 355 у меня уже есть. 358. Так, централ. Турбину надо поменять. 369. Супер. А, вот ультиматив. Да, турбина должна быть прям супер. Так. Нетруха. 3 по 1,5 килограмма. А мы возьмем 4. 369 у меня уже есть. Но 369 уже ближе к истине. Так, тормоза. Пускай будут. Пофиг, конечно, на них, но пускай будут. Резина. Пойдет. А, сцепление, видишь, я сцепление меняю, у меня 384 сразу. Да нет, ставь, ставь, я сейчас денежек подколочу, надо эту поставить, выхлопную систему. Ну, у меня сцепление, оно чисто... Так ты там некоторые запчасти, которые у тебя в 5 раз есть, продай парочку из них уже. Не хочу. Тем более ты уже заработал-то. Привет, друг Вайк. Я Вайк. Потратил. Блин, за тобой не успеешь. Коробка, а, я смотри, нет. Я сейчас, Миша, я сейчас не покупаю, я сейчас зашел то, что у меня уже есть, и с этих запчастей я беру. Я понял, так я также брал. Я просто поставил защиту и ремонт. Во, кстати, насчет ремонта, да, вот это я хотел. Так, а как, где ремонт? Вот. Стандарт, элита, газ. Что у нас тут еще есть? Это и ремонт. Так, все, теперь я сделал, ну-ка. Ну. Не быстро, но пофигу, как бы... Не страшно. Сейчас я еще... ты ж там пока занят еще, да? Я сейчас еще оптический тюнинг про это самое сделаю. 2 минуты. Да ничего. Ну вот сейчас она прям уже этот... Звук другой стал. Тоже не хочет. Что-то Need for Speed студия что-то не хочет работать. Так, диски. Она у меня вообще не работает. Да? Блин, дисков здесь 130, 103 модели. Проблема в том, я, что... Я поставил Воссоны. Каждое отдельно покупать, да? Ну, колесо. Для передних, для задних. Воссон CV5. Вот он второй поставил. F, V... Не, V, F, S2, S2. А. Окей, Ферштайнер, прикольно. Я раньше всегда NK покупал, когда играл в Need for Speed. У меня NK прям любовь.
Роти форум у нас сейчас даже в Германии какой начали здесь. 382? Чего? Тебя 382? 385 сейчас. Ну, сцепление поменял. Но она что-то медленная. Она медленнее, чем десятка, мне кажется. Ну, сейчас мы заезд сделаем, ты увидишь. Ну, у меня 383. Ну, то же самое. Там у тебя сверху плюс пункты не считаются. Вот мотор, когда вот у тебя V6 или V8. Вот это разница. Так, подождись. Что такое? Work. Next dash. Что-то я не могу найти ту модель, которую я хотел. Ведь дым у меня мятный дым. Семьдесят 74 Ферштайнер. Окей. О, еще можно цвет дисков менять. Пока в сессии много человек. Не заходит? Сейчас мы выйдем. Так, я диск поменял. Пока он еще его нету, я просто проверю, что в сессии много человек. Так, что-то на 7 из 10. Когда много выбора, тоже плохо, да? Вот эти, наверное. Ну-ка, во! Вот это галоши, я понимаю. Интореда. Так, диски, тормозные эти. Тормозной затли. Тормозные диски. Так, швеллер. Ладно, это мы сейчас совместим. Глушители есть. Я выбрал глушители. Два самых больших. Которые вверх торчат? Ну, одинарные, большие. Которые... Вот это, вверх торчат, которые? Да, наверное. Не, я это не... Вот такой японский стиль. Я вот это просто такую большую трубу оставлю, наверное. Не, так. Они, как они... Сам выхлоп круглый большой, но они не поднимаются, как японские вверх. Диффузор не знаю пока еще. Так, наверное. Номерной знак. Тимур, ты там где? Тимур спит, наверное. Человек с сессии вышел. Да, давай. Тимур! Алло! Я сейчас подойду. Такс. Бампер.
Жесть. Сейчас с таким бампером мне никакие диффузоры менять не надо. Спойлер. Оригинальный уже жесть. Big Country Laps. А перформанс пойдет. Вот это тапки вообще прям, слушай, я... Любовь такая. Ну вот сейчас Mitsubishi будет похоже прям на автомобиль-убийца. Красавчик. Широкий, мощный, агрессивный. Так, фары. Фары сделаем такие вот. Ну все. Как вам ласточка? Вум, сразу зажил. Зеркала тоже меняются, что ли? Ну да. Но я не менял. Мне скучно. О, Speed Hunters прикольно. У меня открыли широкие, стоят задние, передние. Все это. Ну я весь обвес поставил варло. Или варио, как они там правильно называют. Ну я сперва менял бампера, потом еще боковые крылья дополнил. И это прям телега такая получилась. Стоит саунд-система, а чё толку саунд-система? Её не видно же всё равно, да? Чё я покупать? Прикол. Не, не видно. Это ты если настроил звук, выбери музыку, наверное, заметно, а так нет. Да. Я её не ставлю. Цвет, наверное, тоже пока менять не буду. Или поменять. Белым сделать её. Фиолетовым каким-нибудь там, чёрным. Так, С. Слушай, кстати, тоже прикольный вариант. Она вся. Еще один игру покинул. Тимур, ты где? Все, я чуть ее тише сделал. Ниже. Есть. Я пока так, потом если цвет не понравится. И хотя можно было бы в красный цвет. Красная она тоже была в то время симпатяшка. Так, я вышел из гаража. Сейчас заценишь. Так, ты где? Вон он. Смотри, какой такой красненький. Была темная, потом стояла белая, думаю, не, ладно, красный. Без каких-то наклеек пока еще. Ну, я понял. Нормально. Ну-ка, давай-ка, выйдем, выезжай сюда. Как она идет со старта? Эй, блин, рядом становись давай. Раз, два, погнали. Ну,
Ну, держится неплохо с тобой. Твоя вперед уходит потом. Ну, недалеко. Фига себе, столбы от тебя навстречу летят. Вдвоем или со всеми? Да, давай со всеми. Видишь, какой-то мелочи не хватает против твоей машины. Да, есть такой. До 200 прям держится неплохо. Хотя у тебя спойлер другой, что я куда-то поставил сейчас. У меня стандартный. Барную стойку поставил. Хотя знаешь еще что? Я что-то посмотрел, нету ничего хорошего, интересного. На определенные машины, да, определенные модели же. Там, на, ну, Audi, да. На Audi тоже бы бампера по-другому выглядели, чем на Mitsubishi или на Ford. Здесь, видишь, колеса сейчас я взял самый большой размер. Это тоже как бы на вкус и цвет. Да. И не всегда самый большой размер дисков, как бы, ну, позитивную роль тебе играют на скорости, да? То есть, нет бы оставаться на 17-18 размере, я прям накрутил там, наверное, 19-20, видишь, какие диски здоровые. Ну, у меня такие же. У тебя тоже самые большие? Да. Если мне память не изменяет, я на своей Audi, когда проходил сюжет, тоже такие колеса поставил. Ой, блин, звонок не поменял, да. У меня тут чисто японский такой, слышишь? Погнали. Фига с нами соперники серьезные. Не, неплохо держится. Пойдет. Какую-нибудь мелочь добавлю, и потом будет все нормалды. Мне главное, чтобы она с поворотов хорошо в разгон шла опять. Полный привод. Ох ты, я улетел в кусты. Да, надо будет ее прокачать на всю катушку, на это все. Да. На спойлер я, наверное, подумаю еще. А я, кстати, я чуть-чуть ее тоже занизил, но на минималках, да? Я вернулся уже на это. Стандарт поставил? Да. Фига себе, бодаются. Ну, если на четвертого одна. По полям. Ну, это ты ушел, что ли? Конечно. Ну, ё-моё. Ну, ничего, сейчас догоню. Виталий, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Так, я вот опять ушел в поле. Во, ну, в принципе, в поворотах меня оно устраивает. Здесь будет чуть-чуть по моторной теме, потому что я некоторые запчасти не расставил на всю катушку, то есть я ставил то, что есть. Ну да. То есть пару, если... Сейчас заработаем на абсолютную. Пару вещей, как бы, и все, и погнали. Будь здоров. Я кашлю, не чихаю, и прямо. Все равно, блин, выздоравливай. У вас мороз есть хоть на улице? Нет, плюс... Ну, тоже видишь, 8-10. Вот такая же песня. При такой температуре только бактерии кайфуют. А ты болеешь. У нас тоже много кто болел. Сейчас как легче станет, потом тебе надо баньку пропариться, чтобы все это выплюнуть, чтобы очистить легкие, все вот это, да? Ну да. От этой гадости. На месяц такой кашель был, еле-еле. Теперь уже все. Последний раз пропарился в парилке. О,
Не, нормально. Слушай, меня, в принципе, устраивает. Реально. Чуть-чуть прям по разгону поднакрутить. А так, по большому счету, ласточка. Опять же, это не 4 литра, 3,8. Но все же, ну, нормально. Конечно, в гонке на 400 плюс Evolution будет, не знаю я, надо будет постараться сильно. Слабо. Прокачаю, посмотрю. Но если я вас на цивике делаю, то на этом тоже я сделаю. Ну, в принципе, да. Но, знаешь, вот тогда же я брал, допустим, я на Audi мог, у меня моторы были совсем другие на выбор. Здесь как бы, ну да. Они насчет этого продуманы, то есть... Не так, что вот по компьютеру, знаешь, один и тот же мотор в любую тачку. А здесь именно под определенный автомобиль определенные запчасти есть, да, как и в настоящем мире. Больше порядок красивый. А, то есть в этом, в принципе, логичная тема. Просто смысл здесь 6 литров V8 ставить на такую маленькую машинку. Он как бы в жизни-то не влезет туда, там места нет для этого мотора. Ну, как бы в игре в этом-то и круто, то что... Стоит 2 литра, он там 3,8, это потолок, но и есть потолок. Там 4 литра, мне кажется, там большой сал. Да. Так. Сейчас я зайду пока быстренько, посмотрю, что можно там еще сделать. Прям на секундочку. В гараж забегу. Тимур, что там нам 15 минут писал, до сих пор его нету. Тимур! Команда заждалась, е-мая. Гараж, прям 5 сек. Ультиматив плюс. Ультиматив плюс. Ну что, я прибежал. Я только говорю, где Тимур, вот он. Ты чувствуешь, да, когда про тебя горят? Уши горели? Вовремя появиться. Да. Смотри, Миша, 394 уже есть. Хорошо. Я тоже делал 394. Ты сделал 394? А, это сам не скоро. Evolution. Так, что, я создал трансляцию, создал превью, давайте зовите, я готов. Еще вы тут, Джастыч, да, мы еще здесь, куда же мы денемся? Мы здесь, мы отсюда... О, смотри, когда я поменял кое-что другое, у меня коробка поменялась. И 8 скоростей тебе можно поставить. Вот пока я не поменял этот, первое, как она называлась, коленвал? Я его поставил на самую крутую, теперь у меня можно коробку менять. И вот коробку сейчас поменяю, тогда это даст что-то. Теперь вопрос, брать коробку 7 скоростей или 8, Миша? Ну, если хочешь, можешь 8 поставить. Попробуем, да. Вот теперь 400 плюс стоит. Хорошо. У нас как бы... Либо выходить в лобби и приглашать Тимура, или ждать, когда кто-то это... Ща кого-нибудь... Полная, да? Скоростную бери. Все, ну в принципе, сейчас я кое-что еще здесь докуплю. По запчастям. Когда скоростей больше, они. Ну сейчас у меня, в принципе, тут что? Ох, нифига себе, тут уже осталось-то. Вот, кстати, презентация у меня Crew, да, вот этот на Porsche ездит, на Porsche, Koenigsegg. А я могу за этих чуваков вообще ездить? Понятно. Бельмус Плей. Привет, всем привет. Леночка, здравствуй. Здравствуй, Елена. О, привет, Лена, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я не знаю, что будем делать, Тимур. Чё, я в лобби сижу. Сопоздавших, штраф там сопоздавших, да? Подожди. Что сделать мне? Заходим в тусовку. Миша, Тимур. Нет, там выгнать никого нельзя. Я его приглашение отправил. А, не. У нас сессия полная. Да, я вижу. Ты пробовал уже кого-нибудь выгнать? А не получается. Точно. Я могу с ним подружиться, но не выгнать.
Подружиться, заблокировать, но не выгнать. Подружиться и выгнать. Круто. А что, так можно было? Ну давай тогда выйдем туда. Миш, выходи. Да, сейчас в гараж поеду. Я выхожу сейчас, я вас тогда обоих пригласить могу без проблем. Чё, Тима, сегодня не работаешь? Нет, сегодня нет. С понедельника. Ну, я завтра. У меня с понедельника, наоборот, даже отпуск пару дней будет. Теперь у меня будут... Вы меня теперь в следующие дни часто будете видеть на Ютубе, часто. Хорошо. Завалим контентом. Лен, привет. Лена, здравствуйте. Да, вот у нас Лена, Just, 2К-опера тоже. Частенько они кауб вместе там строят. Так, создать тусовку. Создаем. На всякий случай, уже в винду. Или нет? Тимур. А чё вы в этом самом на сервере решили? Так, принять. Принялось, походу. На сервере проще, потому что нас не двое, не трое человек, но там уже больше, человек 6. И когда звонишь, там у всех одновременно Discord пиликает, ну это как бы не очень, да? Тогда так и было, когда вы один раз звонили, и я звонил. Я включаю интернет в телефоне, у меня Discord в телефоне же тоже есть. И оно все там разрывается, думаю, ё-моё! И оно не всегда комфортно. Когда все 6 человек, или хотя бы из 6-5 человек будут играть в кооп, контема, да? Это как раз удобно. Ну все, давайте, я принял. Миша, ты принял? Ну не знаю, посмотри, переключись. Подожди. Я тебе еще раз отправляю. Нет, пока еще. У нас группа, я и Олег. Еще раз отправил. Теперь Миш появился. Где? А, во, все. Вот Миша, я звук выключил. Подожди. Я тебя сейчас сам вырублю. Все, есть контакт. Ну все, вы готовы? Тачки есть у вас? У нас Mitsubishi, если что, да? Такой. У нас сегодня Mitsubishi стрим такой, Evolution. Если что, если у Тимура есть Evolution, он берет Evolution. Есть. А если есть, нет. Настроенный полностью. Может, конечно, и на Fiat ездить. И 9-й, и 10-й. О, класс. Я-то даже нету. Да блин, я лоханулся. Я об этом-то и не подумал, что она делюксовая. Ничего не поменяешь, да? Потом только до меня доперло. Да. Потому что у меня две Mitsubishi стоят в гараже. А они обе делюксовые. И я на них ничего не могу поменять, кроме как мотор на запчасти, да? То есть вот эту вот оптику, вот это все, колеса, оно мне не нравится. Ну и терпите, как говорится, да? Понять и простить. Так что это... А я сейчас я подойду. Мне надо кое-что быстренько сделать. Прямо это самое. Начинается. Давай. Ты запустился. У меня нет оповещения, что ты запустил. Стрим? Кого? Я Тима. Стрим я еще не запустил. Сейчас будет. Так, а где Эвик у меня? На витрине, что ли? Вот он. Ему надо поменять комплектующий сейчас. Так, ну что ж, все. Я тоже запустил стрим. Вау. Даже вебка такая прозрачная, прикольно. Я без вебки вебку выключу здесь. Все, ждал, пока ребята пригласят. Ребята пригласили. Так. Mitsubishi стрим она, значит. Так, надо кое-что поменять, а то такое. Денег мне не хватило. Другие тачки строил. Так, как слышно вроде. А, мне в наушниках осталось. Сейчас включим. Так, ну-ка. Включись. Вот норм. Так, ну что, есть оповещение? Теперь есть все. Так. Эвик хорошо ездит везде, мне кажется. Так, дорога. Так, дорога — это просто руль, наверное. Здесь есть контакт. Ну что? Отлично. Джастик, да, джустик. Джустик здесь. Че, выехали, все?
Подожди, мне надо ее чуть поднастроить. Вот, сейчас проверяю, что, было, что получилось у меня после того, как я... Ух ты. Вот это теперь Митсубиши, слушай. То мне что-то... Что-то ему понижал. Пушка, гонка. Моторчик сменить, я не знаю. Скорость меньше. Так что-то по мотору мне, подожди. Дай гляну. Я Мишу вижу. А, ну да, мотор. Миша, вот я пробовал менять, как ты там это самое. Ой, здрасте. Здоровки, Миша. Я пытался поменять аватарку, кстати, вот это, так и не получилось нифига. Ну, то есть поменял, как бы, заходишь этот, там, EA Games. Ну такой. Да, у Тимура такая же проблема. Так у меня она, да, она, я там поставил, как у тебя, да? Не показывает до сих пор еще, да? У нас просто только смайлик. Да, да, да. А, сейчас я еще мешок забыл один поставить. Блин. Так, ну что, вы готовы там? Кстати, лучше всего. Готовы? Почти. А еще нет. Так. Differential. Вот, чувак какой-то, Netwagen. Zao Klein. Klein, мелкий. Фига у него там, да? Godzilla. Ага. Че, немец, интересно, нет? Все. А вот его куда, в день? В день. Мы пока дневные хищники. Хорошо. Полса возле гаража. Тут стримчик идет. 5 минут нормально. У меня. Фига тут народу сколько собралось, да? Да еще выезжает. Тимур еще выехал. Тимур, блин, проспишь все. Так, Миша, ты куда уехал? Я стою. Миша здесь стоит рядом со мной. Да ты уехал. На, так они все рванули на кольцевую, и я поехал. А, вот он. Блин, у тебя раскраска похожа на мою делюксовую. Так это и есть делюксовая, потому что... Да? А, класс, ты затюнил. Реально, как поэтому, как из форсажа решил сделать. Ну, почти, да. Я потом тоже 9 возьму. Пока что для разогрева 10. Но я хотел другой цвет. Так. Развалюшен, всем клянам сало, здорово, здорово, здорово. Денчик, привет. Привет, Денчик. Эволюшен, да. Хорошо, приятного просмотра. Да, привет. Прилива. Один только. Дань моде. Субарист, лохи. Ну да, у тебя навсегда есть коммент по этой теме. Subaru Impreza. Impreza. Так, прогреваем. Тимур, ты там долго еще? Я пошел в гараж тогда тоже. Я здесь, куда ты? Я тут стою, рядом. Ну, поехали.
Поехали. Миша. Поехали ту гонку, где... Давай, давай. Тимура перелетаем. Конечно, давай. Блин, вот эта туса была. Столько раз за раз народу я еще здесь не видел. Там на PlayStation много видал были? Вот здесь PlayStation, Xbox. А ну, Xboxеры даже есть. Ну, если у тебя на компьютер есть, значит на Xbox есть. Логично. Все игры, которые на компьютер, на Xbox ты, может, точно встретишь. Редко, что там что-то такое будет эксклюзивно. Это все микрософтер. Микрософтеры, короче. Если бы Олег бы был на Subaru, я бы наоборот сказал, двуличный. Я бы у вас сходка... Была сходка подписчиков, да. Они все комментарии расставили, Денчик, и поехали, поехали на кольцевую гонку за лайками. Все, о! Я, да, я взял, взял, привет. Взял. У Миши, Миша сегодня, кстати, на удивление, очень яркий автомобиль у него, кстати, вот. Очень на удивление такой яркий. Обычно у него зелененький, мощный, а сегодня прям такой в наклейках такой, как это говорят. Стильно, молодежно. Прострит. Да, Прострит. 2007. Да, да, он же даже на превьюшке поставил. Вернули 2007. Зайдите на канал к Мише, он ссылочка в закрепе прям сделал. Молодец. Ну, кстати, я сейчас тебе это самое сообщество скину. Конечно. Мишу надо. Всех. Такое превью красивое. Оба канала в сообщество. Там хоп, хоп. Да не, одного хватит. В смысле одного? Все, отписывайтесь от него, короче. Итальянец, все. Дизлайк, отписка, как ты говорил, да? Не, ну насчет сходки подписчиков, Денчик, классная тема. Я вот думаю, сейчас я этот проедем и круг, я эту тачку покрашу в цвет, именно как был Форсаж 2. И это будет легенда. Да. Никто не сможет вернуть 2007 год. Да. Ир, что-то мне приходится копировать ссылку и вставлять в это сообщество. Ну, началось. С телефона проще, не надо копировать. Я с телефона. Почему-то надо, не знаю. Зеленая лаймовая, да, лаймовая. Выбирает, она да. Самая, Денчик, она самая. Я ее сделаю, будет как у Пол Уокер, который гонял Форсаж 2. Именно она будет у меня, она такая и будет. Только я вот единственное, я уже спойлер поставил, как, знаешь, такая барная стойка какая-то, блин. Но пофигу. Главное, что высокий, это... Главное, чекпоинт бы не пропускать бы в Palm City. То, что она на полном... Полный привод, она как бы разгоняется, в повороты хорошо идет. Вот прокладка между рулем и сиденьем сейчас научится управлять этим автомобилем. Да я тоже не фан, ну как бы последние форсажи я тоже уже не шарю, но первые 3-4 части, как бы, много кто знает, особенно первые две, они вообще, блин, в крови сидят, как этот, как геновый этот код какой-то, как Need for Speed Underground 2, как Карбоныч, также и Форсаж 2. Из-за этого вот Прострит, это вот Тимур шарит, там еще пару человек, а вот... Миша шарит за Прострит. Да, но Underground 2, допустим, это людей намного больше в теме, да, чем Прострит. Есть просто определенные игры... Прострит One Love, я прям сразу как он вышел, мне его подарили на день рождения еще, и вообще засел в него, блин. Первая игра, блин, 10 часов засел ее, с первого запуска. Пусть машина под тебя подстраивается, ты-то босс. Да, Денчик, блин, твои слова, как говорится. Да, я ее, в принципе, под себя подстроил. Сейчас вот еще более-менее оптика, все. Я просто вчера, блин, в фитнес ходил, в спортзал. И сегодня прям некоторые группы мышц такие вспомнил, что они у меня есть. Это, Олег. Да. Поворот, вода. А, вот, я уже подъехал. Ты вовремя сказал, я торможу. И я проезжаю, и колокольчик мимо меня такой, дзынь-дзынь. Я уже как раз тормозил. Здорово. Не толкайся. Хулиган ты какой, а? Мне, говорит, надо, говорит, чуть прокачать машину. Она у него уже десятка уходит, чем моя девятка лучше. Ну, у тебя 400 плюс. Да. А, мне нет. Я знаю, но у тебя, видишь, что-то все равно у не то. У него интернет лучше. У него интернет лучше, да. У меня просто битрейт я сейчас ниже сделал. Все, теперь отстаю. От битрейт ниже сделал? Да, сделал. Последний раз у меня торможения были кое-какие.
Я его ниже сделал. Я его ниже сделал, чем был, но оставил все равно выше, чем он был месяц назад еще. Такая золотую, золотую середину нашел, то есть. Сколько блин, на чекпоинт! Не-не, там что-то в районе пятнашки. О, ничего себе. 11 не надо, ты не вздумай на 11 спускаться. Ты че? Понял. Ты же видел у тебя. 13,5 стоит, я не менял. Ну, не нормально, оставь. Тогда оставь так. Если я она пропу... у тебя вниз. А, чекпоинт пропустил? Да, я чекпоинт. Я лошара. Я чекпоинт пропустил. Если у тебя ниже 13 вниз, сильно не прыгает вниз битрейт, тогда не трогай. Если сильно прыгает, можно поковыряться, но. Если... Не знаю, мне вроде, ну, последний раз, когда мы на Кёнигзике ехали, у меня что-то там сыпалась трансляция, но сейчас нормально все. Ну, слушай, там одно, это много факторов. Если бы она постоянно так будет, за сегодня такое тоже будут эти именно хулиган. Косячки. Только у меня такое ощущение, что машина медленно едет прям. Жаста, посмотри. Нет, ты просто привык к машине быстрого, а тут на медленной. Мы тоже первые два круга ездили такие, ё-моё, чё за дела? Ну там наши каналы есть. Чё? У Джаста. Да, у всех есть. Нет. То, что Миша говорит. Джаст делал обзор на точечную настройку ОБС. Да. Ага. Зайди, посмотри. Понял. Да, но я ОБС вот давно не пользуюсь. Ну, он, у него другая настройка, не ОБС, так смысла нету. Ну, тоже попробуй, посмотри. Может, что-то примешь какие-нибудь. Ну, глянем, эти. Да, ладно. Я в сообщество ссылку бросал себя. Чё? Чё не можешь? У меня машина медленно едет. Блин, каждый раз, когда мы вместе играем, у меня... Машина, да! Хулиган. Когда мы втроём едем, у тебя нормально всё. Привет, теперь у меня есть вопрос. Как ты оказался в рекомендациях Ютуба? Я оказался в рекомендациях Ютуба, потому что я на Ютубе проживаю. Прописка, когда у тебя на Ютубе есть, есть ты в рекомендациях на Ютубе. Все, я тут, Джастыч. Джастыч, начинаешь про Джаста говорить, он здесь. Он чувствует, когда про него говорят. Так что говорите про него чаще, он будет у вас на трансляции. Ставить лайкос, подписываться. У Тимура другая программа для стрима. А он подлагивает. Он напрямую через видеокарту записывает. У меня сейчас не подлагивает, у меня просто замедленно, как будто тачка едет. Когда мы в гонке. Да, это нормально. Чего, Джаст? Ты так настроил, что ли? Да. Говно обзор, не рекомендую к просмотру. Джаст, ну я тебя обожаю. Так, студия, оптика. Готовы? Подожди, нет. Да. Нет, я нет. Секунду, правда, вот, блин, вот. Жесть. Подождите, пожалуйста. Я медленно еду. Я кое-что хочу. Да. Сейчас будет кайф. Ну-ка, поменяем. Да. The calls. Поменяю кое-что другое. Сейчас, секундочку. Прям. У меня на оффроуд настроено сейчас. Тут интересно, наклейки есть какие-нибудь такие, прям напоминающие то время? Не знаю, я в сообществе выбрал уже готовую модель и перекрасил просто обложку. Хитрый какой, да? А ты чё, если я так буду всё делать и красить, тут не один стрим уйдёт на всё это. Да я знаю. Конечно. А, сейчас. Шины на дрифт оставлю. Эти шины на дрифт оставлю. Что за проблема? Через карту захвата пишешь, что ли? Он пишет через AMD сразу. Через AMD сразу, да. AMD, да? Правильно же сказал? Скажи да. 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 Pro3 наклейки есть. Прикольно на тачку. Most Wanted. Вау. Блин, короче, вот Follow Me. Во, прикол. Чпокс. Да мне чё, ремкомплект? Здравствуй, Razer. Здрасте. Здрасте. Ну-ка, один проект до гаража, посмотрим. Razer, драйвер, здравствуйте. Здорово. Спасибо, что забежал. Сейчас кое-что хотел еще вот здесь вот. Так, Evolution. Ну, красивая штучка. Так, у нас что тут? Rivals, Chickens какие-то тут. No Limits. Во. Вот это нормальная тема.
Все, вы там гонку нашли, да? Да, мы тоже хотели, но просто один в гараж поехал, второй в гараж поехал, ну всё. И я в гараж. Все, я понимаю, извиняюсь. Надо было срочно. Мне просто прям... Проблема в чем? У него иногда бывает такое, но когда мы тут, конечно, втроем, вчетвером играем, Тимуру кажется, что у него медленно едет автомобиль на стриме. Что ну делать? Вот надо что делать, когда кажется? Да. Джаз, как дела? Пить пиво. Пить пиво. Все, я выехал с гаража, ребята. Дай мне теперь одну штучку прикупить. Теперь у меня лаймовая, Форсаж 2. Есть решение. Выключай интернет с розетки. Я согласен. 15 в черном списке. Ёп-па-па-па-па-па-па. Тимур, тебе не кажется, он едет медленно. Класс. Слышь, Рейзер, так сказать. Очень важную инфу дам. Джаз, давай. Твоя инфа всегда полезная. Кто считает, что это не так, отписывайтесь от канала. Пить метанол надо, и машинка будет быстрее. Жареной картошки покушали быстренько. Картофан. Горохом сверху все это дело, да? А потом у тебя сразу же нетруха. В аптеке есть норм таблетки, просто не все кажется быстрым. Даже улитки как болиды Формулы 1. А, это же есть такой, знаешь, мультик, где улитка такая буксует там прям на нетрухе. Забыл, как называется мультик. Мы смотрели как-то с детьми. Салам всем, салам. Не благодарите. Ты понял, Тимур? Да. Есть таблетки, короче, после которых даже улитки, как болиды Формулы 1. Класс. Турбо, вот, турбо мультик, точно, Рейзер, да-да-да. Мультик на турбо, да. Блин, у меня первый, второй ребенок был, я не помню. Сидели, смотрели, короче, и улитки там вот этот вот панцирь вот этот начал прям крутиться, как роторная вот эта турбина прям, ну круто. Ну что, как тебе эта, Миша, машина? Смотри, здесь follow me, теперь, а здесь вон этот. Не нашел той наклейки из Форсажа в списке, но, по крайней мере, цвет уже более-менее похож. Турбо, да-да-да-да-да, блин. Если переешь таблеток, то у тебя антилак будет стрелять дико. Да, будь, знаете, когда каждый раз, когда начнет пропуск кадров начинаться, тебя будет током мышка бить. Это что за ведро там рядом? Ведро? Где ведро? Давай попозже. Ведра нет. Йента автомобиль. Митсубиши девятка. Митсубиши десятка. Тачка из Форсажа 3, но нет. Это у этого самого, у Олега тачка из Форсажа 3. Мне Форсаж 2. Сейчас приедет. Точно, у него есть Форсаж 2 даже. Сейчас Тимур приедет на это самое, Лада Калина. Клавиатура далеко. В первом да, ля, из прострит, смотри, Рейзер тоже в теме, из прострит, говорит. Турбоправа будет свайп. Миша из прострит, да. Да, конечно, да, вот кто не был у Миши на канале, зайдите, прожмите лайкос, он даже поставил в превьюхе все, как положено. Красиво. Прострита. Это клейка босса, простира у медведя. ТКО ща догнал. Ну нифига себе, вы чё? Да, это Прострит, самый настоящий телега с Прострит. Ну, в принципе, Миша, он у нас лютый гонщик, он, ну как сказать, с ним тоже непросто. По крайней мере, он, если он ездить может, ему пофиг, что у него там Феррари, что у него Форд, что у него, блин, как это называется, Хонда Цивик. Цивик тапок, он это на тапке, блин, Феррари тут в игре дергает, так что прости, прости, тутка. Рю Ватанабе, вроде персонажа, тачка, да. Да-да, Рю Ватанабе. Утка простила. Отменять, стой. Утка простила бы, да, а уточка, хрен знает. Так, короче, вот вам Форсаж. Так, ну где ты наш третий Форсажт? Сейчас, момент. Ну что там? Лаптеносец, ты где? Тимур в Алькантаре там весь. Ой. Ой, такой сегодня субботний прорыв. Завтра вечером. Завтра вечером. 1007. Завтра вечером воскресный. Завтра вечером. Я помню, как ты сказал. Форсажист. Я брал жук.
Но Бэха, Рея, Кригера нравится больше. А, было такое. Ну да, Бэха... Бэха тоже лютая штука. Не знаю, надо это. В Германии, кстати, есть такой прикол, блин, чуваки, которые покупают себе BMW, там, первой или второй машиной, они типа думают, что они ездить могут. Ну, типа, задний привод, там, управление у него там, это, хрен с два, блин. Как снег выпадает, потом с них просто угораю, просто за их, BMW водители, блин. Кувет, BMW в кувете или Mercedes, это прям стандартная тема, стандарт. А вот Audi Quattro в кувете увидеть тяжело. Поехали. Есть такое. Ты готов? Нет? Я готов, выхожу из города. Где итальянский флаг? Мы тебя только дольше ждем. BMW компакт надо. Не надо компакт, брось. Надо. Вот 46-я, Мари, поворачивай. Ну какая лапочка, вот машине уже за 20 лет, она до сих пор еще вот сделали один раз нормально, баварцы. Вот 2 литра пива выпил, нарисовал, и нормально получилось. Потом еще литр выпил, покрасили, вообще нормально получилось. Опа. Ты где? Опа, о, какие все. Ой, ля, девяточка или восьмерка у тебя? Девятка, восьмерки здесь нет вроде. Разве нету? Ну, значит, девятка. Ну, она такая же, как у тебя. Да, да, да. Ну, у него, видишь, это барная стойка меньше. Блин, еще снизу подсветка, там, в итальянском, красный, зеленый. Ё-моё, куда нам? Поехали, короче, на гонку. Новогоднее вообще-то. Новое BMW говно. Хрен знает. Стараюсь на... Смотря какая, F90 огонь. Стараюсь на таких вещах не ездить, честно тебе скажу. Честно тебе скажу, у нас на BMW, как говорят, если на BMW отказали, говорят, если BMW, говорит, проехал мимо мастерской, значит, на ней отказали тормоза, да? Тимур, ты у тебя... Все на Митсубиси, да? Сегодня Митсубиси стрим. Тимур, ты что так дергается у тебя стрим, слышишь? А вот такой это пинг, наверное, я не знаю. Ну, у тебя, может, интернет лагает, потому что у тебя тачка прям такими рывками по 5 метров от меня уезжает. Ну вот, я не говорю, пинг какой-то. Вот, Тимур... Принял. Ну, BMW F10 есть свои определенные качества. Я вот сегодня классный ролик смотрел. И вот этот ролик, он реально, ну, совпадает с тем, что я думаю в автомобилях, да. То есть я ездил на автомобилях на японских, на корейских. И это реально надежная техника. А, все, ну, которые... Все, которые себе хотят там... Стример. Шумоизоляцию, там, какую-то динамику, там, они берут себе, там, BMW, Mercedes, типа... Ну, платит за это деньги, а с тормозами рнул, да. Ну, так оно и есть. А получается, надежность, из-за чего все и берут, а, там, типа, японские, корейские автомобили, то, что реально вот едешь себе, едешь, блин. Так же у меня с мотоциклом такая же тема, да. Я лучше вон на японском мотоцикле ездил, и нормально все, да. А BMW, которые все покупают мотоциклы у нас, они все там кулаком в грудь, там, BMW мотоцикл, а ремонт... BMW только не... Обижайтесь. Чё? Знаете, какой с BMW? Да мне написали, да не обижаемся. Я да. Когда перезапускал, да я сегодня утром включил. Ага. Может, тебе битрейтик понизить? Да ну у тебя же нормально было последний раз. Ну, 11. Не, у меня лагов нет. Просто у меня медленно машина, ты говоришь, вообще рывками у тебя. У меня, я видел, да, рывками ты скакал. У меня тоже ты идешь рывками. Какой у меня? У меня мотоцикл Кавасаки. А раньше такого не было. Кавасаки. И купил Кавасаки, ездишь на нем, масло поменял раз в год, и ездишь. И кайф. А вот BMW, который у меня коллеги брали мотоцикл, который в 3-4 раза дороже стоит, блин, два раза в год что-нибудь надо ремонтировать. Ну, на BMW, знаешь, насчет BMW, в Германии приколов-то до хрена, и они уже... До того приковывайте уже, до того в населении застыли, то что уже некоторые водители BMW, есть такая шутка, даже на эти шутки не обижаются. Перестали обижаться, потому что они уже, да, как это самое, ну, на ремонтной мастерской часто находятся, уже привыкли, как бы, да. Так, в России последний раз я угарнул, когда... Почему, говорит, BMW, говорит, не любят цифру, говорит, 100? Знаешь, кстати, то что 100 это же в России как СТО, да? Станция техобслуживания. Короче, ну, свои. Да. За дорогой смотришь, ничего не пропускаешь? Пока нет еще. Хорошо. Мамочка. Ой, я даже первый еду, прикинь.
Пока еще. Сейчас, смотри, мы. Я фору вам давал. Ну да, я вижу, ты меня догоняешь там, блин. Как будто у меня с выключенным мотором игра проходит. Сейчас такой медведь меня так. Фью! Блин, я сейчас Джаст я вижу, сейчас на финиш проеду, прочитаю. Мне нельзя столько Ладно, много текста читать. Да-да. Мне столько текста нельзя много читать во время. Х2? Нет, у меня не H2 этот, Х2, нет. На такую лютую пушку я не возьму, потому что эта пушка, блин, она деньги себе жрет. Прям на ходу. Этот мотоцикл можно сравнить с Nissan Skyline 35. С 35 прям. Очень дорого все. Ну да, потому что расходники очень дорого стоят. Ты не столько ездишь, столько покупаешь на него запчасти. О, нормально пошло, ничего себе. Все, у тебя интернет ну, там да. Просто, наверное, просто подлагивает и слушает. Ну, что ты качаешь? Да. Я ничего не качаю. Торрент выключил, слышишь? Торрент выключил. Если у меня был включен торрент, да. У меня все сыпалось на трансляции. Надо, наверное, это в следующий раз играть без Дискорда. Все будет, у всех настройки будут на ультра стоять. Дискорд, кстати, я заметил, с ним такая фигня, да? Вроде программа безобидная, но он подтормаживает, дает. Потому что я когда стрим включал без Дискорда, просто в одного играл, все в идеале, прям картинка идеальная, ничего нигде не дергается, да? У меня тоже картинка идеальная, но прям чувствую, играешь, что что-то погружается. Чувствую, хрень какая-то происходит. Да. О, тучи, смотри, прям... Миша, блин! Это ж ты же, да, точно ты. Смотри, здорово. Не толкайся. Я тебя не толкаю, я тебя даже не задел, ты чё? Ничего себе не задел. Я тебя не... Я мимо проехал. Чуть ли не полицейский разворот сделал. Блин, у тебя на этом, на стриме я тебя ударил, а на моем стриме мимо просто тебя проехал. Ааа, форсаж, блин. Значит, чат он читать не может, а стримы чужие смотрят. Кто? Ты. Нет, так я же не стрим, я вот у себя смотрю. Миша говорит же, я его задел, на самом деле-то нет. Так. Дослушай вопрос, не всыпается, у меня много знакомых такси, почти все ездили на BMW на Мерине. Факт в том, что BMW реально неудобно, все кнопки управления, меню нормально. Стеклоочиститель, автомат говно не работает, иди работать, когда не надо. А когда-то, какой Kawasaki тогда? Kawasaki... Тысячный, это литровый, так, Z1000SX. На канале драйвера можете найти видосы, там про мотоцикл мой есть, много контента. В Мерино ни раз не потянулся к дворникам, ни разу. Все удобно, все интуитивно, под рукой, и точно знаешь, куда тыкать не глядя. BMW нормальная машина, просто расходники есть, типа тормоза, подвеска, коробка, двигатель. А так все идеально. H2 гиперкар нагибает, мод крутой. Да, мод крутой, базару нет, но я его боюсь, честно тебе скажу. BMW всегда отвлекаюсь от дороги в поиске кнопки. Но это зависит от человека. Не знаю, мне. Я на BMW, если пару раз проедусь, а потом привыкаешь. То есть, если мне надо день поездить, интуитивность, потом привыкаешь, и все нормально. А так, в принципе, конечно. Всем жаркие приветики, обнимашки от Наташки. И вот как бы Мерин тоже сыпется как ведро, но после него хочется еще раз за руль, а BMW хочется поскорее выйти на ремонтной мастерской. Наталья, приветики. Драйвер, осилите, сделайте клипсу Брайана О'Коннора с первой части. А в этой игре его нет, к сожалению. Эклипс, это как бы машинка-то старенькая. Но такой эклипс я возьму, если вот Underground 2 я играю. Мне кажется, там он есть, я его возьму обязательно. В Unbound'е есть Eclipse. Серьезно? Да. Так, ну давай, кто приглашает? А, вон, Миша пригласил. То есть... Да, поездки месяц... Если ты месяц ездишь на тачке, базару нет. Ну, я такой человек, я быстро привыкаю, то есть мне долго не надо. То, что я ездил... На Фольксвагене, блин, и на Мерседесе, и там... На Мерседесе все равно мне больше всего... Ну, особенно машины, которые побольше, да? Какие-нибудь там транспортеры, там полугрузовые, грузовые даже прям, да? Мне это как-то больше заходило. BMW, блин... Ну, мне во многих моделях BMW мне реально не нравится сиденье. А если, если сиденье более-менее... Есть такое. В форзах последних есть эклипс. Ну, смотри, как настроишь, там можно настроить. В Underground я вторую играю.
Алексей, мне кажется, там это есть. Пробовал Unbound, лично я там не понял управления. Да, но Unbound не всем зашла, я же говорю. Мне зашла. Да, в BMW вроде привык, а вроде и нет. Да, и вот я честно, я на BMW тоже еду такое, знаешь, по магистрали 200. Вроде кайфово все, то есть ты управляешь, ей на кайфово, стоит на дороге, 200 едешь, там 180, вообще она идет четко. Но все равно я лучше, я для меня лучше, как бы, ну, какой-нибудь там японская какая-нибудь Toyota, да. Сел, поехал, я знаю, что я проеду на ней 1000 километров, и ничего мне не отрыгнет, не отвалится через 1000 километров. На BMW через 1000 километров есть шанс, что-нибудь досломается, как бы, но это не я, это статистика. Volkswagen в этом плане меня тоже жестко разочаровали, жестко. И Volkswagen я себе хрен когда просто так куплю. Мне даже бесплатно она не нужна. Но есть люди, да, есть люди, которые прям любовь у них там, да, ну. Пожалуйста, на то не фломастер, на вкус разный, на цвет разный, да? Можно выбирать себе любой. Причем я раньше думал, там какие-нибудь определенные модели, а видишь, в нашем мире все просто. Есть определенная какая-то линейка моторов с коробками, соединений, да? И эти моторы ставятся на очень многих автомобилях, да? Если когда начинаешь разбираться в материи вот этих ваговской техники и... Ты понимаешь, что какая нахрен разница, что ты будешь брать Passat, что Skoda Octavia, что, блин, Seat Leon, что, блин, Golf 7, это одна и та же хрень, одна и та же коробка, один и тот же мотор. Вот Evolution, блин, 9, да, взял сразу же, тормоза поменял за 800 евро и довольный, как Васька. Бензина жрет ведрами в реальной жизни, вот этот Evolution 9, да? У нас две штуки у нас в городе было, одного даже было русского такой автомобиль. И меньше 15 литров на 100 километров она не жрет. Ну то есть, ты реально, бак бензина заправляешь, блин, 300 километров проехал, ты уже радостный, прям писец, что ты 300 проехал. Я вот сейчас себе автомобиль тоже... Бак 300? Ну да. Ну литров 50, там бак небольшой, да. В японских у них по жизни проблема бак маленький. В японских автомобилях бак маленький. Вот я вот, у меня вот сейчас вот пятый год пошел корейский автомобиль. И тоже сейчас бак вот 40 литров бензина, все, да. Типа часто на заправку заезжает. Ну, я говорю, это не я, говорю, часто на заправку заезжаю. Это я просто много ездил на автомобиле. Мне приходится раз в неделю заправлять полный бак, да. И это как бы в наше время по бабкам как бы, ну, весело. С другой стороны, куда деваться. А так вроде бы начинаешь смотреть расход бензина, сколько ты там спалил, сколько километров проехал. Вроде бы нормальный расход топлива, да? Просто что бак маленький, то есть если бы там бак был 10 литров больше или 20, ты, соответственно, въездил те же самые 1.5-2 недели. Блин, сперва звонок велосипеда и потом такой удар в бочину. Это Миша, блин, сразу такой дзынь-дзынь, дубу, такой удар, на тебе, блин. Спасибо большое. Михаил Потапыч. Ай-яй-яй-яй-яй! Налево. Я вот на следующей неделе у меня будет время, я смонтирую ролик про автомобиль наконец-таки. Вот чуть-чуть пару кадров записал. Надо мне это все состряпать, потому что я готовлю контент. Какой автомобиль? Ну, который я себе купил, новый. Я вот я записал пару клипов, надо теперь это все смонтировать, о-о-о, показать. Соответственно. Да я специально ждал уже, когда снег будет. У нас что-то со снегом в этом году прям, ну, накладно, как и остальные все 8 лет. А-а-а, чекпоинт! Успел, Миша, блин! Успел. Евро, драйвер, вы откуда? Рейзер, ты что, не в курсе? Ты же сосед мой почти что. Ты в Латвии живешь, а я в Германии живу. Германия. Как вам Ford Ram 4x4? В игре здесь полная хрень. В жизни этот Ford я видел тоже пару раз. У нас даже вот продается вот недалеко. Ну так себе, как бы эта машина по назначению. Если бы она мне нужна была бы, скажем, я был какой-нибудь колхозником, то тягал бы прицепы. В Литве живешь? Ну в Литве, извиняюсь. Я помню, ты с Прибалтики оттуда был. Я тебя видел раньше у Фадея на стриме, у Чиканога на стриме ты был, Razer. У кого еще тебя видел? У Бобра вроде бы ты был, Бобер. Я не фанат адекватно оценивать. Большое. Я больше года езжу на BMW. Тут
Ты уже год на семерке катаешься? Ну нихера себе на такой тачке ездить, слушай. Ой, на такой тачке я себе здесь не могу позволить ездить, она жрет, блин, ведрами бензин. Нахер она мне не усралась. Да, 76 литров, видишь? Отключаемые горшки, да. А старт-стопом вообще пользоваться, это, блин, и мотору не очень хорошо, и аккумулятор быстро кончишь. У нас вон в старт-стопе, которые по городские тачки, короче, ездят, они, вон, аккумулятор за 2 года кончается у них. Чё, Миша, приглашаешь? Да, я в курсе. Я в курсе. Ну да, если бы у тебя был личный автомобиль такой этот, но то, что ты персональный водитель, да. Персон возит. От гонки отъезжайте. Отъехал. Тимур. Я хотел взять, да, 730-ю дизельную взять хотел, но на дизельный налог большой. Нормальные, адекватные модели 730, которые еще не убиты, уже их больше нет. Новые, дорогие, старые мне не нравятся. Все, приехали. А самую ту бэху, которая с фильма «Бумер», семерочку, она, блин, там столько косяков. Хотя я уже стоял на пороге ее купить, но ее надо покупать и ремонтировать постоянно. Так что... Ну... Меня когда-то домой подвезли, до дома на Форт Рэм. Тяжело вылезти и залезть. Да, эти машинки, они высоковатые. Вот эти вот... Хоть лестницу маленькую такую бери, да, на 2 ступеньки. А с другой стороны, такой машинки... Да-да, погрузчика поставил рядом. С другой стороны, прикольно, до такой тачки, допустим, если... Где-нибудь, говорю, у нас колхозники прицепы возят, какие-нибудь там эти вот маленьких экскаваторов возят на прицепе. То круто. Ну вот я имею в виду про старые вот эти, я говорю. То есть я всегда эту систему отключал и буду отключать. Единственное, что сейчас у меня новая она, машина у меня, видишь, гибрид. И там у меня электромотор есть, как бы уже другая чуть-чуть система. А все, которые в нормальный впрыск был еще в то время, что бензиновое, что это дизельное, не, всегда выключал, и пускай мотор работает. У нас он таксишки, которые его машину не глушат, долго ездит, дизельные самые, да. Надолго хватает их. Блин, у меня сигнал здесь до сих пор еще стоковый. Да. Ну, Ford Ram покупают, говорю, ребята, которые прям... Кто-то для понтов, а у кого-то прям, ну, она ему нужна для определенных целей, таких, что прям она ему помогает. Мне, как нормальному, не то что автолюбителю, но я много за рулем передвигаюсь, но для меня этот автомобиль, он никчемный. Ну, то есть, мне он нафиг не нужен. Если бы я, допустим, много ездил с каким-нибудь там прицепом, что-то перевозил, какие-то там покрышки, там, плюс прицеп с собой тягал бы, то этот автомобиль бы мне сильно помогал, так вот как по работе, как вот рабочий конь такой, да. По надежности сказать ни хрена не могу. Старые они уже чересчур старые, новые модели, там вот эти вот моторы фордовские, ну, та еще тема, короче. Кто-то хвалит, кто-то нет. Но я еще сам на этом автомобиле, если честно, даже не ездил. Вот, видишь, ты в деревне живешь, базару нет, кто вот колхозникам, да, но я имею в виду, если, ну, ты ее можешь содержать, это все, расходники потом, там у нее вот эти галоши, на нее купи, блин, 4 покрышки, охренеть, сколько они стоят, плюс она кушает топливо немало, если по назначению использовать, ну, то есть она тебе реально поможет для, в хозяйстве, там, да, или если у тебя какой-нибудь бизнес есть, связанный, там, базару нет. А так-то не, на таком автомобиле по городу передвигаться, это мусор. Он не нужен. Место занимает до хрена. Страховка дорогая, бензин много жрет, покрышки дорого стоят. Все дорого. И припарковаться на ней нормально не сможешь где-нибудь в этом заехать. Паркинг, потому что она очень громоздкая. Ты по габаритам хрен залезешь. Так что... Тут как бы по назначению, кто вот использует, да, нормально. А если вот у нас вон чуваки, он ездит, вон, Лада Ниву берут. Нива, нормальная Нива, полный привод. Прицеп на нее одели, говно возит этот в брычке. И нормально. И на этой машине на поле не стыдно заехать, и ни хрен забуксует. А эти, которые Гелендваген купили, вот эти вот джипы квадратные, 200 тысяч. И от них то толку нет, как бы, потом они прицепы не тягают. Жопу возить по городу.
и расход литр, блин, 20 литров расход, они были там 25-20 литров, не знаю. Новые дизели, наверное, поэкономнее будут, но я не вижу смысла в этом автомобиле вообще как-то, ну, как таковой. Непонятно. Типа, ну, добралась просто тачка для статусная. Прицеп-то хрена никто тягает. Жопу увозят на этом. Форды это же американские, у них всегда был в моде понт. Машина жрет. Да, новые, нет, Ford Ram новые эти, они вон, у них моторы там европейские стоят, эти EcoBoost, они слабенькие. Если Ford взять с Америки, которого здоровый, это прям нормально. Это прям, да. Чпокусы вот эти, чпокусы, блин, у них тоже там моторы все меньше и меньше с этими, блин, загонами по... Загасили, заглушили моторы, там задушили. Они прям вообще, ну... Громоздкая, да. А реально, американские точилы какие-нибудь возьми, тут у нас ездит, они много кто, чтобы, типа... Мечу, ты бабки решил только зарабатывать? Подъезжает одну и ту же гонку, опять заехал. Тимур, готов? Другая. А, другая? Ну, я смотрю, ты далеко не уехал от той точки. Они здесь, вон, по этому крестику 4. 4 гонки, это. Да, я вижу, ты ездишь по этому крестику, там, да. Компас такой. До сих пор думаю, Ford RS, но увидел цену и передумал. Ford RS, тачка классная, но она жрет немало. Плюс, я не знаю, как у вас там в Литве со страховкой. И... Что еще? Ford RS. Ну, расходники определенные. Если там будешь там брать там фокус, там хотя бы не RS, хотя бы просто какой-нибудь ST, на которого больше каких-то запчастей, они больше в ходу. Потому что RS, она прям реально модель такая limited. И, соответственно, если какие-то определенные запчасти тебе потом нужно будет поменять, сломавшиеся, это будет накладно. Я с этими тачками, которые очень редко выпускаются, уже пару раз обжегся и становлюсь с годами умнее. Уже ищу машину, которая более-менее в округе есть. Что-то Тимур сегодня сдает позиции. А он где вообще? Что-то замолчал. Ты в гараже? Он еще едет. Только доехал, да. Что, серьезно? Да. Я уже тут минуты полторы в чате... Ну, серьезно. Ля-ля. Я тут кое к тому еще зашел на YouTube, узнал, что в России сейчас спонсорка ни у кого не работает. Прям печально. Хотят человека поддержать. Вот и монетизации нет. Но работают эти донаты. Ну, донатом. Может, донейшн-то работает, что ты? Донейшн работает, да. Ну, конечно. Нет, у меня все работает. Я просто говорю, человека хотел поддержать. Вот, а он говорит, там монетизация не работает, мне ничего не перепадет. Ну да, там... Правил приглашения принимайте. Принял. Все равно, чтобы с монетизации что-то получать, тебе, знаешь, какие просмотры надо, блин, здоровые. Что в Ютубе? Да. В Ютубе я сижу, отдыхаю от работы этой. Я сейчас сижу, отдыхаю здесь, Need for Speed, прямо вот кайф. Сейчас еще полчасика и на шашландос. Когда смотрел в Литве его взять, стоит 16к евро, да. Ну я Ford RS смотрел, они еще были довольно свежие, сейчас я не знаю. И я такой же ум. Так вот в том-то и дело, блин. На днях джаз буду чаще здесь. Сейчас прям оторвусь, потому что я чувствую, что летом буду мало. Сейчас надо мне наперед кое-какие вещи делать. Наперед. Сейчас если летом тут жестко все будет. Не до этого будет. Да и сидеть здесь, когда в комнате все нагревается, как бы. Мы сидим тут, блин, вот. Да, Razer. Денег не хватает. Поддерживаю. Но и денег тоже не хватает. Тоже поддерживаю. Конечно, так и да. В том году летом пытался пару раз стрим включить. Жара, тут это все, вот мониторы, я компьютер. Немножко постой. Когда я от некомфортно. Вас отстаю, мне машина лучше ехать начинает. Когда что-то делаешь? Когда я от вас отстаю, у меня машина нормально начинает ехать. Э? А мы при чем? Да. Я тебе еще... Вы и боты, я не знаю. Кто? Кто мы? Вы и боты.
и вы, да, боты. Так, ну, и говори, говорит. Этого, Тимур, у тебя нормально было. Сегодня только хватило что-то. Ибо... Не, ну смотри, вот я сейчас еду без никого, сейчас все нормально. Как я вас догоню, у меня пойдет это. И боты я. И боты я, слышишь? И боты я. И бо... Осталось пару букв добавить. Так, не, у тебя надо что-то с интернета смотреть. Или роутер давно не перезагружал, или реально еще 1000 битрейт скинешь. Но в принципе... Поворот. А, поворот, блин, я через трамплин. Ёп! Писец, чекпоинт, где? Лошара, я же на этой... Блин, я на этой... Я предупредил. 180 не ездит. Миша, блин! Надо было минуту раньше сказать. Я улетел через трамплин, как нахереть. 181. Я теперь к тебе навстречу лечу, смотри. Алло. О, блин, проскочил. Не повезло тебе. Давай кому-нибудь врезать. Смотри, они все, блин, боятся вокруг меня. Я два чекпоинта просрал нафиг через трамплин. Вот я лошара. Давай быстрей. Писец. Бам. Нормально. Уже слетел, что ли? Слетел с горы, да. Горыныч. Горевич, Горыныч. Подвеска за... О, Олегыч. Чё? Кого видишь ты? Это ты, что ли, там последний? Да. Ё-моё, блин. Так я 30 минут постоял на старте, чтобы мне нормально поехать. 10 человек мимо пропустил, 2 чекпоинта и перелетел через трамплин. Фу, блин, когда ты летишь, у меня в пятках щика, да, такая высота там, блин. Страшно. Мне-то уже, блин, не 20 лет, уже на каждый этот сердечко покаливает, пошаливает. Так, давайте догоним теперь вас. Теперь вас хрен догонишь. Хотя, слушай... 381 идет его. Нифига себе. Но у меня, да, пока... где-то... 350, на... 360... Я до 380. 370? 381, может, едет. 375 у меня, да, едет. Точно. Ну, 375, она упирается в отсечку, а потом с азотом можно чуть-чуть ее... километров 6. Да, ну, а я, блин, жду чего-то. Яру. Слушай, для такой консервной банки Evolution 9 это прям нормальная скорость, я тебе скажу. Ты в жизни проедь 370 км в час в жизни, да? Я вон на СЛ, это, CLS или как они там, 63 МГ видел. Когда они 360 едут, там уже пипец что творится. Но в реальной жизни это уже жутко. Я даже сам, если что, вот так вот я не ездил такой... Как он называется? Такой скорости еще даже не было у меня. Чтобы за рулем, за рулем автомобиля, я не помню сколько, 260-280, хрен знает. На мотоцикле вот, на моем пока самое быстрое было. Да, ни машины, ни денег нет. Сейчас нифига вы это понаписали. Спасибо всем активным в чате. Активных потом выделим, ё-моё. Да, сейчас я... О, 7-е место уже, нормально. Мне просто на чат начинает отвлекаться, обязательно в кого-нибудь врежусь. Это очень хреново. У меня этот мультитаскинг работает, но вот в некоторых вещах он не работает. Это Миша, он нас обгоняет, еще в двух чатах сидит, успевает. Не понять, каким макаром. Миша, по ходу дела, это, знаешь, искусственный интеллект. Медведь, 4 руки. Офигеть. Так ты этот будешь тогда? Как этот был раньше, в Mortal Kombat. Горро, когда у тебя рук много, все, да, 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 все успеваешь. О, я 6-го так, хоба! Хироши, у него называют Хироши, я говорю, не Хироши, шибе! Я ему говорю, не Хироши, бе, подвинься давай. Если... Налево! Чекпоинт, успел, не обосрался. У Миши автопилот. У Миши автопилот, у него еще там... Литра 5 нефильтрованного, чай с медом и Evolution 10 в наклейках от Pro Street. У меня может скорости не хватает на автомобиле, у меня наклейка таких нет с Pro Street, знаешь. На тебе, 5-го догнал. Не, ну слушай, для девятки едет в принципе даже неплохо, я бы сказал, Mitsubishi, это честно. Очень неплохо едет. Очень даже неплохо, да, прям. Особенно когда я покрасил вот этот вот лаймовый Forsage 2 цвет. Да, Чайзер, я по рельсам иду. Да, он вообще у нас... Потому что я сейчас ехал на финиш, я вперед не смотрел, я смотрел только назад. Тачка из Форсажа, она не знает о существовании физики, нет.
Форсажи вообще, они там едут, короче, 10 минут едут, скоростей 15, наверное, переключаются постоянно. Just a Driver, как объяснить человеку, что брать первую машину за 35 евро не стоит? Никак! Razer, хочешь меньше проблем и нервную систему, чтобы не ломать, пускай делает, что хочет. Потому что сказать, дай подержать чемодан, убежать с ним, пояснить, что... Ну, если честно, тем, кому объясняешь про ДТВ после 2-3 лет про эти доводов не хватает, то могут диагностировать только одно. Такие люди учатся только на своих граблях и переживать. Да, переживать за них пустая трата силы, нервов, времени. Just абсолютно с этим с тобой согласен. Это реально себе, знаешь, себе будет дороже. Ребят, вы поедете без меня гонку, меня на пельмени зовут, остынут, говорят. Приятного аппетита. Я потом давай. Ну ты не отсоединяйся просто и иди. Я просто постою. Просто иди кушай, все. Стою, да. Про еду нельзя говорить во время стрима, это запрещенка, ты же знаешь, нельзя. Переживать за них пустая трата силы нервов. Понимаю, почему я все время думал, что Миша 37-38, а оказалось он молодой. Причем безрезультатно. Да, безрезультатно, реально. Миша у нас было всего-то там 14 лет, да, недавно. Да, молодой всего, юмой. Да, если перевернуть, да, 14. Ну, я знаю, я же так сказал, блин, что-то. Я тебе на юбилей донатил, я помню. Самая большая тупость, это еще потом как советчик окажешься виноватым. Да, потом еще на тебя будут, вон, типа, мне советовал не брать там, типа, вон, как я, мол. Поехали, короче, говорит. Они говорят, фамилия такая, говорит, Мудашвили, грузинская. Говорит, ты, говорит, этот, грузин. Так, короче, или я давай найду что-нибудь такое интересное. Не, реально... У меня нет ничего пока. У меня ничего не высвечивается. Я уехал от Тимура подальше. А то я стоял возле его эволюшн, пельменями запахло. Так. Блин. Я ничего не то нажал. А-а-а. Сам себя вызвал? Да. Да. Потом тебя еще как советчик будут на тебе пальцем тыкать. Это обсуждение. Вот это вот. У тебя уши горят. Там переживания. Вот это вот все. Просто, блин, как вам payback? Я не играл? Миша, Payback играл? Играл нормально, может наиграть. Миша сказал нормально. Если Миша сказал нормально, он у нас гонщик, тогда нормально. Я Payback не помню. Я вроде бы ее покупал на PlayStation 3, но играть я не помню, чтобы я эту играл. Игру, честно. Не помню. Отправил. Вот теперь есть. Че у тебя там чиение? Какое-то там. Плюс 40% бонус. Че бабок там? Шайен. Шайена. Сколько бабок дают? Не знаю, не смотрел. Сейчас посмотрю. Блин. 50? Почему бы и нет? Я маленько от темы ушел. Давай. Ну, марка также японская. Будете ли ее стримить? Будем стримить Payback? А я не знаю, там, там можно по сети играть вместе? Если по сети там можно, почему бы и нет? Да. А если по сети нельзя, то почему бы и да? Это точно нет. Короче, договорились так, то что, ну, реально, если по сетке работает игрушка... Ну, если Лёха пишет, что можно, значит можно. Можно? Ну, надо посмотреть. Я честно тебе говорю, я Payback не играл. И не могу ничего объективного сказать про эту игру, честно. Так, вот пару раз. У меня был где-то будет, треки были, плейлист с этой игрушки. А у меня вот сигнал с 90-х такой, знаешь. Как на Mitsubishi Charisma. Ничего, на Mitsubishi там, блин, много лет ничего не менялось. Можно Машку за ляжку. А разрешите? Можно, можно. Разрешите поиграть в Payback, да? Можно Машку заляшку, да. А, Payback копировали прям. Там, значит, сюжет там тоже такой копировано, да? Копирайдера. Вот здесь видно, у нас много ботов, да? Миша. Ну, у нас еще один левый на BMW. А, понятно.
Ну это он просто успел с мастерской выехать, ему тормоза отремонтировали. Он говорит, давай, говорит, с вами в гонке поучаствую, да? Сейчас поедет на финиш, да, ему тормозные колодки опять менять придется эти. А что, говорит, я в каждый... Ты знаешь, говорит, что BMW каждый раз поворота заносит? Потому что он на ручнике в поворот заезжает. Блин. Ю, вот эта дорога прикольная. А я тоже что-то на поле меня потянуло. Так можно было? Не виляй. О, блин, взял тапок опять. Ну так он нельзя же. Ну маленько, ё-моё, надо на ладно, ладно. Проехать. Ладно, ладно. Ну тут же хоть заработал чуть-чуть на новые покрышки. Покрышки от мишки, да? Угу. Покрышки от мышки, от мишки, от мышки, от мышки. Крышки от мышки для подмышки. Так, ой, самый, а, блин, чекпоинт чуть не проехал. Так, мне осталось еще стримить 15-20 минут, и потом меня за шею оттянут от компьютера. И это сейчас серьезно сказал. Тоже без шуток. Ну, там, если что, вон с Тимуром уже будете завершать, да, это начатое. Я завтра, соответственно, вечерком врубану. Завтра будет у нас вечерком жестко прям. Ну, я имею в виду не 2 часа уже, а можно будет прям как последние разы, прям часа на 4-5 там, ну, на работу, потому что утром мне рано вставать не надо. И это как бы большой плюс, да? Щупальца надо подтянуть. Да не то слово. Алексея, если это... Да, он, кстати, вот неплохо он за рулем. Первый раз вы с ним поиграли, и больше он не заходит. Ну, посмотрел, говорит, ну, у вас баня, говорит, ездить не умеете, чем мы с вами. Он говорит, я, говорит, так, а говорит. А я проспал. А ты разве с нами не был? Я не был. А, Тимур, и он, и я был. Да. Ну, он неплохо ездит, довольно-таки, да, неплохо он гоняет. Я, говорит, так, говорит, чуть-чуть. Сразу же давай дергать. Я говорю, нормально. Сконцентрироваться на дорогу. Эй, блин, чекпоинт опять. Ну, я могу. Я могу, могу, могу. Какая фраза? Разор прилетает. Сейчас, ой, это нифига себе. Всем активничать, кто в чате, благодарочка. Я сейчас этот, секундочку, на финише все прочитаем. Чё к чему и почему? Ну, типа, он пока поест, я уйду уже. Логика. Ну да, возможно. Ну вот. А я как раз перед стримом как раз еще успел, бах-бах. Ты что, мимо проехал, что ли? Да. Ой, я еще успел приехать на финиш. В реальности хлопки из... Вот и пообедал. Да. О, брат, привет, передай. Ну-ка. Детонация сейчас специально это делается, специально... Олег, погоди. Да. Just у Олега получается, как это, в анекдоте. Да ну вас нафиг, проделывать новую трассу. Да-да. Ну у меня это Google Maps, у тебя Яндекс Навигатор, а у меня Google Maps. Из мишки сделали покрышку. Короче, смотри, неэффективное сжигание топлива. Все правильно написал, но есть пара автомобилей гоночных. Ну, конечно же, да, у нас в данном случае это выглядит красиво, эффектно, но это полная хрень, это тупость, да.
Есть автомобиль такой, McLaren называется, и там специально идет то топливо, которое не сгорело в часть выхлопной, и оно там поджигается, чтобы вот это вот все стреляло и бам-бам, и вообще красиво будет. Виктория, здравствуйте! Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, спасибо, Виктория, что присоединились к нам. Прохожу миссию с дрифтом, и тут прилетает фраза. Я смотрю, ты художник, и персонаж ему отвечает: нет, я просто черный. Чем это связано? Хороший вопрос. Будем за VIP тебя не Олег Драйвер, а Олег Каток, потому что ты один хрен по дороге не ездишь, а тебе... Ну, по полям драйвер едет. Ты что, Skyline взял, что ли? Что такое? Не, это RX-7. RX-7 роторная. Потому что тачки сменили. Ну, это Миша сменил. Миша, он сейчас на тапке сделал всех почти. Будем называть Олег Каток, да. Говорит, бульдозер сразу, что ты? Дядь, на Макларене такое количество оборотов, что там, в принципе, топлива нет. Да, но на Макларене я смотрел эту хрень. Потому что McLaren у нас когда были, типа, Tuning Days, и тачки чисто английские, Jaguar и McLaren были, и на McLaren специально идет, прям специально, чтобы там загорался, блин, бензин, взрывался, вот это вот все. То есть последнюю трассу идешь отдыхать. Они это продумали, да, сейчас пойдем. На McLaren, да, обороты, все дела вот эти. Но опять же, там и качество топлива клевое. А здесь это, блин, ну красиво так вот. Вот эти вот, которые Golf GTI, типа там это GTI, блин, у них тут типа детонация, это так. Детский сад на компьютере сделан. Так, вызывай. Или мне найти гонку? А, ты поехал уже? Все, Михаил, ждем. Миша сказал, значит, все, не выделываемся, ждем. Пока ты едешь, я поеду рекламную эту собью. Не успеешь. Пока Тимура не... Ну, ты сделай так, чтобы секунд 20 у меня было еще. Это не ты... Не, это не ты зовешь меня. Нет. Это не я. Зовут. Это около меня парень стоит, зовет. Парень возле тебя стоит? Ты смотри, когда тебя парень зовет, я бы поаккуратнее был. Если там тебя девушка позовет... Арион. Тимур. Арион, гонка. А, вот, теперь да. Все, взял. Парень его зовет. Когда тебя девушка позовет, там такая, в бикини, еще соглашайся. А если парень зовет, нахер скажи, я не тот самый, я не тот, за кого вы меня принимаете. А, сбил! Yes! Yes! Задел, молодец! Драйвер, молодец! Дец как мало. Так. Че у меня еще тут есть? У меня гонок здесь вот. Вид не сменить машины. Ислам его зовут, я понял. Супер. А был какой-то там такой, то, что там Измаил, до этого у нас что-то был в гонках там. Так что, смотри, там с парнями этими аккуратнее. Я не знаю, конечно, как у вас в Италии, но это... Не да, соглашайся на вот эти вот приглашения. Ну, там, привет, хорошо, мутные, привет, мутные. Я его еще весь не смотрел, только пару минут, честно. Я его только рекомендовал, Just. Завтра у меня будет больше времени, у меня последние дни прям все горело нахрен, все места просто. Мне не до этого было, я на ютубе находился этой неделе, если честно, очень мало. Вот сегодня, что я посмотрел, с начала до конца, три раза, наверное, блин, это на телефоне, на компьютере два раза, это Фазмофобия, вот этот вот клип последний, это да, прикол был. А ОБС я еще нет. Я там только пару минут посмотрел. Я его только пару минут посмотрел и поставил в сообщество. Честно. Завтра у меня будет больше времени на это. И мы, соответственно. Поехали давай, чё ждешь? Блин. Тимур. Чтобы меня лучше это самое. Мур-мур. Тимур. Мур-мур, Тимур. Ой, какая красота. У меня вот с понедельника времени будет побольше, но завтра я уже Ютубу тоже буду больше времени уделять. Реально, мне неделя была очень непростая и, ну, не смотрел. Говорю как есть, пару минут, что я посмотрел, это не считается, то есть гайд по ОБС обязательно, конечно, посмотрю, потому что это контент старался, тем более это полезная тема и там не две минуты, чтобы прям включил и закончили. А вот Фазму сегодня с утречка, там она прям быстренько смотрелась налегке. Что-то я здесь сидел, настраивал, что-то было такое. А, я еще успел сегодня полчаса помонтировать, так
между делом. Каждый день по полчаса монтирую. Мне надо этот летние наши покатушки байкерские. Скоро будет у нас мотопутешествие на канале во всю Ивановску. На канале Драйвер, конечно же. Здесь на канале Драйвер Лайф это только чисто вот гонки, драйв, бензин, Need for Speed, Among Us, Tekken еще будет у нас скоро. И Tekken будешь? Конечно, я Tekken играл. У меня есть Tekken. На PlayStation 3 я Tekken играю. Новый у меня только на PlayStation 7, на PlayStation 4 есть, но это PlayStation 4 на подсоединённых телевизоры, не хочу тягать. Хотя я мог бы, у меня карта захвата же стоит, как бы мне пофигу, но не хочу. Потому что я вот эта вот маленькая разница между Tekken 6 и 7 меня как бы не внушила на то, чтобы, да. А вот Resident Evil 8 надо прям, я уже должник. Скоро. Да-да, уже скоро 2 года будет, как я у нее последний раз играл. Я никак до нее не доберусь, если честно. Прям мне уж самому неприятно, но и охота пройти, но на нее времени не было. А вот На стримчик? Да. Ну я только на стримы проходил, я без стрима в нее вообще не играл. Чисто вот на стриме в нее что проходил там. Я убил Димитреску и все, и закончилась у меня игра эта, я больше ее не включал. Хотя надо. Вот следующей неделе будет там времени поболее. Возьмемся, разберемся. Да, потом парень зовет, что-то тут нечисто, да. Так что смотрите аккуратнее. С этими... с тобой только да, траву да. По газонам косим. Конечно. А у меня еще машина. Че думаешь, у меня такая машина зеленая? Это покрасили, думаешь? Это все от травы же. Миша, я тебя уже подталкиваю. Но у Миши вон подсветка машины зеленая. Это тоже не подсветка. Это лайм. Это не подсветка. Зеленый он и в Африке зелен. Лайм у него там еще. Запах, говорит, окраска свежей березы, да, березовый сок. Да. А у него, блин, у тебя окраска Митсубиши до этого была. Цвет, блин, взрыва овощной базы, да, наклейки, блин, разного цвета. Лайм. Лимон, говори, лимон, или как там, зеленый апельсин. Не, лимон, конечно, да, штука полезная в меру. Так, ну чё, третье место, не западло. Третье место. Пойдет не последнее же. Сначала медленно едет, потом его еще парень зовет. Как-то так. Спасибо всем, кто был на стриме. Классно погоняли. Спасибо сегодня. Тебе, да мне со что. Все нормально. Клево, кто позвали. Успел. Блин, ты сейчас с Мишей будешь дальше ездить, зарабатывать капусту. Мне уже, к сожалению, пора идти. Потому я что. Могу. Да. Ты еще можешь. Ну смотри, вот она сбоку, так я еще наклейку нашел синеньким этим. Пойдет. Красиво, телега. Барин, здорово. Блин, барин пришел, я собираюсь уходить. Привет, барин. Привет. Потом я возьму еще зачистку. У меня еще, как посмотрел в этой игре, столько всего еще не пройдено, не проехавши, не заработавши. Вообще дохрен. Общение топ. Спасибо, Джаст. Всегда приятно общаться с умными людьми, с интересными людьми. На днях я делал опрос, и реально... Это не за горами, то есть нужно скоро будет врубить вот такой вот подкаст, где прям поговорить просто вот, как я уже как-то делал вот такое недавно, вне игры. Вот чисто вот поговорить, даже постараться поговорить прям на что-то такое другое, но не в игры, но не в играх, на канале Драйвер. Миша, Тимур. Все, я не говорю прощай, я говорю до завтра. Кёнигс забрать. Бери. Все. Ну, давай, беру. Активных в чате отметим. Razer, спасибо, что забегал. Just. Так, ну, за такую активность. Ключ. Брать так. Гонку мне? Ну, бери ты. Спасибо большое. Это... Так, я... На этом все. Увидимся. На этом же канале увидимся завтра. На канале Драйвер выходит день да через день бьет, что-то, бежать. Какой-то контент. Забегайте, смотрите, пишите комменты. Ну, спасибо давай, всем. До скорых встреч. Всех был рад видеть. Самых активных вообще. Обнял. Всегда приятно. Все, давайте вам удачи. Пока-пока. Завтра продолжим. Завтра будет здесь жарко, жестко, мощно. Продолжение следует.